Друзья, я всех приветствую. Сегодня наша секция «Холодные звонки. Современные методы и приемы требуют энергии». Поэтому я прошу каждого из вас не сидеть, не наблюдать просто так, обязательно задавать вопросы нашим спикерам. Ну и, конечно же, будет практика. В этой практике нужно принимать участие, ни в коем случае не стесняться. Именно для этого мы здесь и собрались, чтобы здесь в моменте у вас что-то интересное, новое с вами произошло. Я представляю ведущую секции Прохорчук Ирина, основатель аукционов по недвижимости в городе Санкт-Петербург. Аплодисменты, да, давайте оживимся немного. Доброе утро, утро друзья. Меня зовут Наталья Григорьянц, я тренер по публичным выступлениям и переговорам дизайну голоса. Общение, Сразу слышно, да? Общение, деловое общение. У меня сегодня будет э, мое время выступления. Я с удовольствием с вами поделюсь энергией и опытом. Поэтому предлагаю начинать. Некоторые спикеры задерживаются. Мы им это разрешим сделать и начнем сами. Я приглашаю с первым докладом Ирину Прохорчук ⁇ Механика быстрых звонков ⁇ Как увеличить конверсию в сделку до 70%? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, сейчас попрошу немножко руки поподнимать в плане того, что кто здесь является владельцем агентства. Поднимите ручки. Спасибо, спасибо. Кто является риэлтором? Отлично. А кто любит холодные звонки? Круто. Вы поднимаете, вас не снимают все равно со спины. А кто их делает? Отлично. Мнение разделилось, можно. Мнение разделилось по поводу холодных звонков. Кто-то говорит, что их нужно делать, кто-то говорит, что их не нужно делать, кто-то говорит, что скрипты работают, кто-то говорит, что не работают. Я кратко про скрипты скажу, что есть смысл в скрипта в том, что это такой инструмент, ваш тыл, он не отбрасывает вас по энергии обратно. Потому что когда человек задает вам вопрос, слушайте, девушка, вы приходите с покупателем, то агент смотрит на скрипт и думает, так, Сейчас я дальше продолжу диалог. То есть он не уходит и не сливает свою энергию, не снижает ее. Поэтому да, сегодня поговорим про холодные звонки. Я Ирина Прохорчук, основатель аукционов в Санкт-Петербурге. Это продажа, технология продажи недвижимости. И начинала я свою работу в Санкт-Петербурге относительно аукционной технологии с холодных звонков. Поэтому есть чем поделиться. Занимаюсь обучением риэлторов, обучением компаний, автор книг, ежедневника «Дело и богатей». И также являюсь руководителем Всероссийской ассоциации агентов-аукционистов, аттестованных экспертов, которые могут проводить аукционы. Какие у риэлтора три главных дела, коллеги? Спрошу у вас. Прям можно с места. Звонить, предлагать, продавать. Отлично. Спасибо вам за такую активность. Отлично. Еще какие есть три главных дела у риэлтора. Планировать работать с ценой. Угу. Вот смотрите. Спасибо за ваши ответы. Все они крутые, все хорошие, все правильные. Побольше общайтесь со мной. Я тогда буду понимать, что вам интересно. Например, есть такая работа. Вот я видела, такой человек сидит, есть, значит, он делает холодные звонки по желтым страницам, сидит в кабинете, приходит к 9 утра. В Санкт-Петербурге он живет из дома до работы, ему ехать 2 часа. Ну, то есть, получается, он в 7 выходит из, из дома, да, его рабочий день начинается приходит на работу к 9 до 6, сидит там в кабинете, примерно 12 квадратных метров, у него два огромных монитора и Excel-таблицы и CRM-система. Он делает холодные звонки, знаете, что продает? Сито для ковша, который вот собирает зерно. Он делает, вот серьезно, я просто видела это и считаю, что сейчас важно об этом сказать. Вот, он делает 150 холодных звонков в день. Прям берет желтые страницы или книгу, или э, в интернете, и вот звонит и предлагает вот это СИТО: э, доход у него в месяц 45 тысяч, плюс процент с продаж. Вот я всегда эту историю рассказываю: знаете, для чего? Для того, чтобы вот у риэлтора три главных дела: какие? Ну, во-первых, это первое это час себе, чтобы делать звонки, нужна энергия, правильно? Но когда делает риэлтор 5 звонков холодных по э, телефону, и ему говорят: там, слушайте, мужчина, не звоните, уже вас таких звонило много, можно энергию потерять и дальше перестать звонить, потом очень быстро найти себе оправдание, сказать, что я холодные звонки делать не буду, мне нужно сделку готовить. Но ну, мы с вами знаем, что сделку лучше приготовит юрист, потому что это стоит сколько-то от там, 15 до 200 тысяч рублей да, примерно. И пусть они занимаются с удовольствием этим делом, сэкономят наше с вами время, потому что вы эксперты, и с вами, кто обычным способом продает недвижимость, собственники продадут недвижимость на, 20, ой, на 10% дороже точно, они получат с вами с риэлтор с нами с вами да ну по аукциону это на 20 процентов мы говорим дороже вот то есть в любом случае эксперт по недвижимости это человек который э, правильным образом проведет процесс и продаст квартиру на дороже на 10 процентов на 15 на 20. Соответственно, те, кто выставил рекламу, там мы, вообще тема очень интересная, она такая длинная, исходящие звонки, я бы ее называла, не холодные. Это теплые звонки, они сейчас на самом деле да, там, выставили в, в Авито, в ЦИАН, и они ждут. То есть получается, что у него нет риэлтора, которому бы он мог свою квартиру доверить, правильно? И он ждет кого-то, кто позвонит и не будет э, по алгоритму послан по алгоритму собственника, а который скажет что-то, что собственник скажет, вот я его, вот пусть, пусть он придет, посмотрит мою квартиру, может быть, действительно человек продаст эту, ее. Но мы об этом позже чуть, -чуть поговорим, но при этом, чтобы вот иметь силу личности внутри, понимать, что звонок это только лишь черная трубка, и просто этому собственнику позвонили 20, 30, 100 или 200 агентов уже, и он уже устал от них. Поэтому три главных дела у риэлтора. Это первое, звонки, это первое, час себе, то есть всегда быть в энтузиазме, потому что энтузиазму, да, скажут чаще. По холодному звонку продавала пентхаус у нас в Санкт-Петербурге, 29 миллионов начальная цена, цена продажи 100 плюс миллионов рублей. А они выбрали нас, спасибо большое, они выбрали нас, говорят, у вас энтузиазм в глазах, потому что у нас в целом все профессионалы, там пять агентств по элитной недвижимости, и вот мы к ним все пришли, они там тендер устроили, смотри, на, ну, но я не возражаю, я говорю, выбирайте, смотрите, сравнивайте. Поэтому энтузиазм важно. Второе – это звонки, и третье – это встречи. Деньги в звонках и во встречах. Сделки – это отвлечение риэлтора. Официальная прокрастинация – Они делать звонки и не сделать себе новые заявки. Я, говорит, пойду сделку сделаю. Ну, договор там заставить и так далее. Поэтому, соответственно, все остальное – это текущие дела. И вот для того, чтобы делать звонки, чтобы получать удовольствие и видеть, что я сейчас чувствую, как я это проработаю, нужно вот эту свою силу и энергию. И я сейчас, мы сейчас с вами это сделаем. Согласны? Вы сейчас, пожалуйста, аккуратненько вот рядышком положите сумки и телефоны на стулья. На стулья положите, чтобы они вам не мешали тетрадки, ручки рядом положите, подготовимся. Кое-что сейчас с вами сделаем. Вообще, вот пока вы это делаете, энергия, ее, много про нее говорят, и действительно, вот я считаю, что успех составляется из, трех, из двух моментов. 50% это энергия состояния, управление временем, именно технология управления временем и целеполагание. Вот это одна история, это называется, если объединить, личная эффективность. И вторая история ⁇ это технология. Правила звонка, тип, эм, что нужно знать, какие этапы нужно знать при работе с собственником и какие этапы нужно знать при работе с покупателем. Положили, да? Сейчас вы встанете. Вы поассистируете мне, пожалуйста, Наталья. Э, значит, я попрошу Юрия и Артемия включить музыку. И мы с вами, вот до кого сможете дотянуться? Ну, человек хотя бы 10. Сделайте вот что, смотрите. Мы же риэлторы, мы знакомиться должны, да? Нам же никто не скажет на Всероссийском жилищном форуме. Ребята, знакомьтесь, обменивайтесь визитками. Мы сами это делаем. Вот я сейчас музыку включу, и мы вот так сделаем. Похлопал в ладоши. Поменялось настроение? Поднимите руки. Супер! Ну вот, вот подъем есть, да. То есть это можно делать дома, например, аффирмации, медитации, обнять любимого человека. Не посмотреть в телефон. Прос... Значит, есть две, две вида поведения. Проснулась она, перед телефон. А у нее там написано: Извините, я не приеду сегодня на сделку. Ну, и вот понятно, какое утро. Или можно там обнять, кто рядом лежит с удовольствием покушать, позавтракать и дальше продолжить свою риэлторскую деятельность. То есть с 10 примерно до 12 делать холодные звонки. Смысл в чем звонка? Чтобы мы назначили встречу. Назначить встречу. И теперь к вам вопрос. Возьмите, пожалуйста, ваши телефоны, откройте заметки, но никому не показывайте, что вы там написали, и никому не говорите. Напишите себе ответ э, на вопрос, почему все люди не зарабатывают 2 миллиона рублей в месяц. Ну, может быть, вы зарабатываете, если зарабатываете 2, почему все люди не зарабатывают 5 миллионов в месяц? Нет? Напишите себе, пожалуйста, я потом расскажу, что это значит. Одно, один ответ. Почему все люди в мире не зарабатывают 2 миллиона рублей в месяц? Написали? Отлично. В общем, вот вы это себе ответили, почему вы не зарабатываете 2 миллиона. Классно, да? Все, не показывайте никому, просто действуйте. Вот, я написала, путь, час к себе, это путь к большим результатам создается сильными состояниями. Высокий уровень энергии, мотивированность, работоспособность, стрессоустойчивость, активность, инициативность, вовлеченность. То есть я раскрыла вот это вот слово, энергия и состояние, чтобы было понятно для причинно-следственной связи в голове. Звонки, что это значит? Поиск клиентов, холодные звонки, исходящие звонки, то есть вы делаете обязательно встроить в свое расписание. Я вам сегодня подарки принесла, сама сделала инструкцию по подготовке к звонкам. То есть получается, мы звоним по объявлениям, потому что это самый быстрый доход от звонка до денег примерно полтора месяца. Потом таблицу покажу эту. Далее мы делаем звонки, с кем работали уже. И не обижайтесь на них, если вдруг их объект недвижимости, ваших бывших клиентов, кто-то другой продает. Они просто забыли. Мы им дадим возможность вести себя, как они хотят, а будем им звонить и говорить, вот мы с вами работали, вот скажите, пожалуйста, скри алгоритм такой звонка. Это не холодный звонок, это тот, с кем работали уже. Звоним, говорим, Виктор Николаевич, я уже с вами работала, вот Хочу спросить, что вам понравилось, когда я продавала вашу квартиру для того, чтобы сейчас с командой поделиться своей и сервис улучшить еще больше? Он там скажет что-то хорошее. Зачем нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы потом задать второй вопрос. А что вам не понравилось? Что нам улучшить? Я сделаю это для того, чтобы... Ну, спрошу у вас, для того, чтобы записать и улучшить сервис. Людям нравится помогать таким образом другим людям, и он скажет. Но он скажет про плохое только тогда, когда скажет, что вы, чем ему вы понравились. Вы записываете. Уже есть некое такое сближение. И третий вопрос, который вы задаете, Виктор Николаевич, что нужно из недвижимости в Санкт-Петербурге продать? Он говорит, ничего. Хорошо поняла, ну если говорить, что надо что-то, то вы договариваетесь со встречей, это отлично, да, нам это и нужно. Ничего. Хорошо, когда о себе напомнить, может быть, через два, через три месяца. Ну вот такой вот, да, история. Многие знают, но вот, тем не менее, повторение. Потом мы звоним тем, кто нам позвонил, покупателям. Также. Ну и 17 каналов поиска, это есть такая история у меня. Как обеспечить для себя сильные состояния, тоже я уже сказала балл по шкале поднялся, значит, вот на таком энтузиазме делать звонки, это работает, проверено. Зачем искать клиентов и звонить? Или какая награда за смелость? Вот, смотрите, это преимущество холодных звонков. Это стабильный высокий доход. Это новое качество и стиль жизни. Я когда начинала в Санкт-Петербурге много лет назад проводить аукционы, у нас вообще никто не знал, что это такое. И поэтому вот Александр Санкин, автор аукционного метода продажи, я у него обучилась и начала делать холодные звонки, искать себе клиентов. Поэтому работает вот на 100%, потому что действительно там те люди, которым нужно продать. Ваши рекомендации, они, кстати, по поводу рекомендаций. Рекомендации – это здорово. Они у всех есть, кто долго работает. Просто смысл холодных звонков, знаете, я еще что увидела, какую пользу. Это когда у человека получается заключать договор из холодных звонков, то есть у него сила личности, она другая, проработанная, более сильная. Соответственно, вы можете с рекомендациями работать более качественно. Что это имеется в виду? Поднимать чек, например, многие говорят, что у меня рекомендации есть, мне холодные звонки не нужны. Это здорово, я это ценю, уважаю, это действительно ну, сколько-то лет на рынке человек в недвижимости. Ну а сколько процентов у тебя? 2-3. Вот. А я по рекомендации беру 6%. Я говорю, что я сделаю правильный процесс, организую так, что вы получите на 20% дороже, чем сам собственник продаст. Или… Агент, который не умеет продавать аукционом. Или, если это обычная продажа, то вы получите ⁇ Всегда я наше с вами поле сохраняю как хрустальную вазу ⁇ Всегда говорю про вас и про тех, кто продает э, технологии ей да, сверху вниз говорю о том, что агенты вам продадут дороже, чем вы сами в любом случае. Найдите себе, я не подхожу, не претендую всем подходить, это невозможно. Нас с вами не хватает собственников, риэлторов собственникам не хватает, понимаете? Поэтому проявляйте, сделайте звонки. Ну и, соответственно, мы по рекомендациям работаем уже иначе, можем согласовать комиссию выше когда к хирургу идут, там же не торгуются да, с ним, не говорят, слушай, давай подешевле, сделай операцию моему кому-то другу. Ему платят столько, сколько он скажет, и плюс еще потом бонус. И вот и благодаря холодным звонкам характер закаляется таким образом, внутри профессионализм появляется, что вы можете сказать, Верочка, я сделаю для тебя, процесс организую такой, что ты будешь довольна результатом, и процесс тебе подойдет, понравится. Поэтому давай так, 6 процентов, если, если ты да, цену примешь вот в течение двух недель мы продадим, подойдет, понравится, увидишь результат и посмотришь на процесс. Потом заплатишь мне еще бонус по дружбе. Дальше. Хорошее настроение. Каждый день вы испытываете восторг и радость, после, как после тренировки. Потому что, когда делаешь холодные звонки, после этого такой немножко мандраж. Вот есть у кого-нибудь? Поднимите ручки, кто, кто так вот да то есть это ну, приятное такое чувство особенно когда ты это проходишь репутация эксперта вы прославитесь станете известным потому что мало кто делает холодные звонки ну и на вас будут равняться потом также это новое окружение успеха вы получите потому что действительно этот э, все о нем знают инструмент но мало кто применяет то есть нету конкуренции понимаете да ну и даю вам слово что по ту сторону страхов вас ждет все самое интересное когда мы звоним и нам говорят там вот кстати на, на этой на этом слайде я хотела спросить у вас коллеги может быть есть какие-то возражения которые хочется чтобы я отработала прямлю приходите с клиентом я заплачу бывает такое <тасплодисмент> да как ваше имя? Илья, да, скажите, пожалуйста, Илья. Поняла, что нужно с клиентами идти. У нас сейчас маленькая ролевая игра, поняли, да? Я закрыла глаза, отвернулась, потому что у меня как бы с ним визуального контакта нету. Я уже о ней думаю, не о нем. Это тоже очень важно. И о том, как на меня посмотрят, скажут странное, не странное, не важно. Я сейчас хочу, чтобы Илье, да, подошел мой ответ. Илья, скажите, я поняла, что вы хотите с клиентом, чтобы я пришла. Клиент это для вас покупатель, да? Вы имеете в виду? Да. Угу. А скажите, Илья, много вам звонят агентов уже, да? Устали? Каждый день звонят, ясно. Скажите, пожалуйста, вы хотите продать в мае вашу замечательную квартиру или хотите, чтобы она провела время на рынке недвижимости еще несколько месяцев? Нет, угу, поняла, хорошо. Тогда мне нужно в четверг или в пятницу прийти и осмотреть вашу квартиру, какой день подходит. Да, Илья, еще момент. Я с клиентом не приду, потому что это не клиент, клиент это будет именно покупатель потенциальный, да, если... Поэтому нужно понимать, кому из покупателей я вашу квартиру предложу. Алло, Илья, слышно меня? Нет, я, я могу давайте, сделать... делайте, де, давайте прямо замочите меня. Нет, я без клиента, вам Поняла, не будете без клиента показывать. Хорошо. А, вот момент такой, Илья. А, первое впечатление можно на покупателя произвести один раз. Поэтому вы мне покажете вашу квартиру, я же не просто так спросила когда вы в каком месте хотите ее продать. Покажите квартиру, я документы осмотрю, и далее уже пойму, кому из покупателей ее предложить и показать. В четверг или в пятницу? Я объясню. Просто вижу, да. Я уже, просто страшно, что мне приходили, а, такие же агенты, как и вы, которые предлагали, например, документы. Заключить. Я устала, и... uh -huh заключить агентский договор. Я с вами заключать агентский договор не планирую и не буду. Мне нужно осмотреть вашу квартиру, Илья. Я поэтому задала вам вопрос, когда вы хотите ее продать. Вы понимаете, что вы мне говорите, что агенты звонят и одинаково говорят, а я вам говорю, что собственники одинаково отвечают, как будто по скрипту, как будто бы вас кто-то обучал по книжке, как агентам отказать в просмотре квартиры. Вот, в, вот в четверг или в пятницу, в какой день вы мне ее покажете, если вы ее продаете, скажите, пожалуйста. Илья. Вот, коллеги, смотрите, обратите внимание, что я сейчас показала: терпение и смирение. Увидели, да? Он меня не выбил из колеи, он может сейчас сколько угодно мне, я его раскрыла, он мне показал свои вот эти страхи какие-то моменты. Мы можем сейчас разговаривать сколько угодно с ним. Я буду с уважением к нему и к его вот этим вот всем. Чем больше возражений, тем лучше. А потом я ему скажу, Илья, хорошо, я поняла. Я тогда, знаете, как сделаю в следующую. Вот у нас сегодня суббота. В следующую субботу я вам позвоню днем, вот, например, часов в 12. Вам подойдет? Обратите внимание, я сказала слово подойдет, а не «удобно». То есть я меняю. Просто беру синонимы и меняю. Меняйте слова. А все говорят, удобно ли вам, а я говорю, подойдет вам время в 12 часов, Илья? Алло. Ага, хорошо. Все, тогда в субботу, 21-го, в 12 часов вам позвоню. До свидания, Илья. Всего хорошего. Все. Вот, супер. Вот и вот Илья хороший вопрос задал. Он говорит: вы не будете. Да, я по телефону говорю, что я не буду заключать с ним договор. А я не знаю, кто это продает. Вы же сами знаете, коллеги, что у нас города состоят из земли, из домов, а там в домах квартиры. А сколько в этих квартирах людей, которые вообще не продают недвижимость? Ну, например, вы же сами знаете, помните, да, такие там их более тысячи историй бытовых. Например, один одному занял денег, 5 миллионов рублей. Прям реальная история. 5 миллионов рублей. 173 тысячи каждый месяц получает тот человек, который дал своему другу на бизнес 5 миллионов. А где можно получить такие деньги, если в недвижимости получается, ну, там, как бы, да, там, соответственно, купив недвижимость это надежно. Но кто-то, кто рисковый, любит вот так вот, да, допустим, ну, это их там тысячи историй. В результате суть в чем? Два года этот человек ему платит, 173 тысячи, а потом проходит время, у него бизнес закрывается, и этот не, не может ему платить, и 5 миллионов отдать тоже не может. Видели, слышали ж такое? Таких историй полно. Что делает друг? который не может отдать, он первое тянет максимум времени. Например, год потянул, потом год прошел, этот уже на него разозлился таким образом, что уже хочет суд подать. То есть он ему кидает ссылочку на Авито, отправляет и говорит, смотри, друг, я тебе отправляю ссылку, я продам квартиру и тебе деньги верну. У него цель какая? У него цель правильно, у него цель квартиру не продать, у него цель провести время на рынке недвижимости, чтобы не купили квартиру, потянуть время, пока срок исковой давности пройдет. Вот, и это одна из тысячи историй. Бывает такое, что продает квартиру, например, вот я приходила, смотрела, это холодные звонки, это именно инструмент такой развития, вот поделаете, это прямо интересно, как бриллиант искать, знаете, я прихожу, а там водитель э, продает квартиру, или э, помощница по хозяйству, а я ему скажу, Николаю, в следующую субботу я позвоню ровно в 12 и скажу, Николай, добрый день, это Ирина Прохорчук, звоню вам, как и договаривались, в 12 часов, вот суббота, сейчас э, удобно вам говорить по поводу вашей квартиры? Не продали ее еще? Он говорит, нет. Ну и там что-то поговорили. И когда мы дальше, допустим, будем разговаривать, я ему скажу, да, и документы, пожалуйста, возьмите, я посмотрю. Он скажет, что чуть я вам документы еще буду показывать, вы что, с ума сошли? А я скажу, да, я не сомневаюсь, что вы собственник добропорядочный, Илья, но бывают разные, квартиру продают, знаете, как охранники, помощники. Поэтому давайте так, чтобы с уважением к вашему времени. Я в первый раз услышала, что вы сказали, хотите его сохранить. Да, и поэтому вопрос теперь, вот на этой неделе я смогу вашу квартиру осмотреть в четверг, ну или в субботу, вот вам какой день подходит. Техника такая, когда он выбирает из дня, из одного дня, но не отказать мне или согласиться. Он откажет мне, допустим, сейчас опять тоже, и скажет девушка, а я, значит, ему также приму спокойно, дам возможность ему... Ведите себя так, как вы хотите, знаете, как мы же говорим про энергию и состояние. То есть мы можем управлять нашей энергией и состоянием, мы а им даем возможность, как они себя хотят, так и вести. И уже в следующий раз, в следующую субботу, когда я ему буду звонить, он уже будет ждать меня, моего, звон... моего голоса, уже соскучится. А другие они просто бросят, и никто не будет звонить. Понимаете? Вот э, таким образом это работает. Но часто, очень с первого раза, даже уже мне. Вот, страх это индикатор успеха. Если вы страх, э, чувствуете страх при холодных звонках, то тогда, соответственно, имейте в виду, что это рост. Это хорошо. Как в спортзале болят мышцы, так и при э, холодных звонках есть э, проработка коммуникации. У нас более 18 видов коммуникации, поэтому мы с холодными звонками максимально прорабатываем свою силу личности, терпение, смирение. И потом это дает нам возможность, знаете, что делать? Комиссию в полном объеме согласовывать. Отка... Отказ – это путь к успеху. Страх отказа. может быть? Это я сейчас немного разбираю отказы для того, чтобы э, посмотреть на них не как «Ой, мне страшно, а вдруг мне откажут». Да и супер. Чем больше отказов, тем ближе вы к тому бриллианту, который вас ждет. Вы один человек главный в своей жизни, главный герой в вашей жизни, архитектор, лучший, самый лучший – это вы, каждый из вас. А вот квартир очень много. Так чтобы найти ваши бриллианты, это же нужно как-то их поискать, соответственно, да? Поэтому посчитайте, сколько вам сказали нет. Ну, примерно это там, да, в среднем каждая пятая встреча приводит к договору. А вдруг заключу договор? Такой есть страх, знаете? Что потом делать? Я не знаю. Вот, и я здесь, я знаете, как говорю, будьте просто в моменте. То есть вот сейчас Задача только на встречу договориться. У меня нет задачи продать ему услугу Илье, потому что он по телефону, у него свои дела, у него вокруг он видит что-то другое, а не меня. И этот момент очень важен. Три минуты максимум может человек незнакомый держать фокус внимания. Вот смотрите, каналы поиска. Во, вот это бонус, кстати. Это ну, не только холодные звонки, но это вот 17 каналов. Сфотографируйте, пожалуйста, это для вас. Пусть оно остается. А вот по, по каналам поиска вот эту о, таблицу, которая вот здесь с этого написана. Настройки голоса, видите? Вот сейчас Наталья, вообще королева голоса. Мне так нравится, как она говорит. Вот она сейчас вам покажет мастер-класс при звонке голос громкий, улыбка, интонация. Слышите, да, вот я говорю, например, Илья, добрый день, звоню вам по объявлению. Или, добрый день, Илья, звоню вам по объявлению из Авито, скажите, пожалуйста, продаете? Тоже нормально, с улыбкой. Я послушаю, как он говорит, и по эмоциональной шкале на полтона буду говорить выше. То есть правило такое. Запишите или запомните. На полтона мы говорим выше. Потому что многие говорят, знаете, как с энтузиазмом. Но если мы будем прям ярко радоваться, когда человек спокойный, как вот, допустим, мы сейчас с Ильей немножко поиграли, да, то он скажет, ну, ему некомфортно будет. На пол тона чуть-чуть повыше. Артикуляционный аппарат, надо его размять. Там есть такие упражнения классные. Может быть, сегодня вам покажут, я не знаю. Но вот я тебя делаю так. И так вот три раза, да. Вот очень здорово. Немножко смешно, кажется. Еще в машине так иногда могу поехать и так поделать. Вот кто-то показывает. Вот так, давайте сделаем. Хотите? <звы> О, класс. И еще уколчики. Супер. Это прям очень здорово. Кто захочет, можете мне написать. Я вам пришлю упражнения вот эти для артикуляционного аппарата, чтобы разговаривать нормально. То есть именно собирать отказы и получать возражения. Цель да, холодного звонка тренировка и назначить встречу. Смотрите, потом э, подготовка к звонкам это стол удобный для вас. Это стул, чтобы было удобно, чтобы вам было комфортно. Наталья, сколько у меня времени осталось? А спасибо: стул, ежедневник, ручка. Ручки две лист бумаги и э, подсказки и скрипт скрипт, он нужен для того, чтобы просто вас не выбили по эмоциональному вот этому моменту. То есть вы просто посмотрели, на чем я сейчас, а, я сейчас спрашиваю. Ну и вернуться и продолжить, вспомнить цель, что назначить встречу. Потом вы сами на свою харизму, на свой, уже сами сделаете красивую свою, вот, ваш у вас собственный будет скрипт. Напишите метачичку, тоже будете выступать, если кто-то захочет. Что нужно? Внимание в трубку. Телефон это технический аппарат, вас не видно. Они просто с вами не познакомились, они пока еще не знают какое-то счастье, что вы им позвонили. Но вы, соответственно, договариваетесь о встречу, на встречу, и дальше уже они увидят, почему нужно работать именно с вами. Серым система нужно, потому что забудете это точно, сколько всех нужно будет обзвонить. Выход из зоны комфорта это только то, что вы понимаете, что это развитие. Строить звонки в расписании это очень важно, потому что если вы звоните хаотично, то тогда сделки будут хаотичными. Мы же все про деньги. Вот кто пришел за деньгами в недвижимость? Вот, спасибо. Я сегодня, знаете, что решила? Я обычно вот так спрашиваю: кто пришел за недвижимость? Ну, с какой целью? И иногда половину говорят помочь людям, ну, что-то еще. Я половину говорят за деньгами. А деньги-то кто платит? Собственники, довольные. Когда они платят высокую комиссию, 5 там, миллион рублей, 5 миллионов, 500 тысяч, 8 миллионов, платят, руку пожимают, потому что они довольны, потому что риэлтор правильно организовал процесс. И вот холодные звонки вот это помогают, закаляют, представляете? Выгоды звонков, это я сказала уже, вот там стабильность, вот смотрите, зачем нужен лист бумаги? Видите, это мой листок. То есть вот так берешь, 20 ставишь себе зарубок. Звонков 20 примерно делаете. И когда один сделали звонок, и вас или перезвонить вы назначили, или вы пошли на встречу, то вот прям зачеркиваете его. Это награда, это приятно. Вы раз зачеркнули, а потом уже хочется уйти, Бывает такое, знаете, я почему говорю, две ручки надо с собой взять, потому что, например, звонит агент, и пятый звонок уже завершила, ручка у нее закончилась. Она пошла за ручкой на кухню, там решила мужу борщ сварить, и, в общем, не вернулась до вечера, потом говорит, да я занята была, я не могла звонки делать. Поэтому это прям встроить звонки в расписание, и это наша с вами задача. Как должностная инструкция, как вот в аптеке они должны что? Витамины продавать, кассу включать, да? а риэлтор звонить и, соответственно, встречи делать. Вот это лист А4, здесь, видите, написано имена. Бывает такое, что стресс, из-за стресса забываешь, как зовут человека. Спрашиваешь, а как ваше имя? Я вот сейчас иногда спрашиваю, добрый день, звоню вам по объявлению, как ваше имя? Он говорит, да там же написано в Авито. Оно вас ничего не должно выбивать из колеи. Я говорю, да, в Авито написано, Бывает так, что имена ставят подменные, как и номер. Я Ирина, а как ваше имя? Раз, так мягенько. Он говорит: Илья, хорошо, Илья записала. Я его записала вот сюда, где написано Георгий. А потом я с ним говорю и из-за стресса забыла имя. Потом раз посмотрела сюда. Да, Илья, вот по поводу, когда бы вы хотели вашу квартиру продать. Ну, или если вы хотите ее попродавать, как другие многие висящие, или провож... время проводят. вот вы мне прямо скажите, чтобы я ваше время не тратила и свое. Ну и он уже понимает, что ну, такой человек, наверное, серьезный, найдет покупателя, видимо, раз так разговаривает смело. Сценарий разговора тыл агента. Это именно сценарий, это не скрипт. Скрипт это вот то, что. Смотрите, скрипт это вот, видите? Приветствие. Потом э, ответ подождали. То есть правила коротких предложений. Добрый день, звоню вам по объявлению. Скажите, пожалуйста, вы еще продаете вашу квартиру? Ответ. Да, продаю. Угу, хорошо, поняла. А вы, вот еще тоже момент, раньше я говорила, вы агент или собственник? А, вы, вы, я раньше говорила, вы собственник или агент? Он говорил, я собственник с гордостью. А сейчас на этом вопросе, агенты почему не делают холодные звонки? На этом вопросе человек может сказать, а вы агент? Поэтому попробуйте спросить, а вы агент по недвижимости или вы собственник? Он скажет, я не агент. Ну вот нам это и надо узнать. То есть экспериментируйте. Всего лишь перемены двух слов поиграйте, покрутите, повертите этими словами. Например, одному спросите, вы агент или собственник? Вы собственник или агент? Как они реагируют? Скажите, я поняла. Я вот, вот этот вопрос я сейчас задаю вот, вот для того, чтобы мне понять. Если вы агент, я значит спрошу, сколько вы мне денег заплатите за покупателя. Если вы собственник, значит, я сейчас спрошу, вы хотите продавать или вы хотите провести время на рынке пару месяцев, ну или может быть год. Может быть, у вас еще этот налог вы хотите, у вас в 2025 году налог вы хотите там заплатить. Поэтому знаете, сколько разных. И он уже понимает, что вы со знанием дела звоните. Вот это скрипт называется. А сценарий — это ответ на вопрос. Например, он говорит, у меня уже есть агент. И я, ну, тот, кто начал, только начал, это вот для, или, например, тот, кто уже работает, но поменять что-то хочет. Поняла, что у вас уже есть агент, Илья. Скажите, пожалуйста, почему вы за вашего агента сами делаете работу и принимаете звонки? мягко да, сказала, потому что, смотрите, читается грубовато, да? А сказать мягко. Ну, мужчина по-своему как-то скажет своим красивым мужским голосом. Он что-то скажет, неважно нам, что мы говорим. Да, хорошо, поэтому скажите, Илья, когда вы мне покажете вашу квартиру, в четверг или в пятницу? И по поводу в пятницу, по времени или в 17 часов, или в 19 часов, вот вечернее время, какое вам больше подходит? Он что-то говорит. Ну, договорились. Тогда в пятницу буду у вас в 19 часов. И номер телефона продиктуйте мне неподменный 8-900. Поняли, да? Вот так вот 8-900. И он начинает 21 или 953, 357, 57, 38. Да. Да. Услышала. Я услышала, и супер! Вы вопрос задали. Как вас зовут? Виталий, Виталий смотрите, вообще идеально. Вот спасибо за, за внимательное слушание и за вовлеченность. Приходите с клиентом. Конечно, я услышала. Я ответила, но кто заметил? Очень. Да, 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 я заплачу, если вы придете с клиентом. Вот хорошо, я ответила вот так вот, э, я ему ответила кратенько, но я запомнила, потому что предлагаю на холодных звонках, ну и вообще, в принципе, слушать людей внимательно. То есть, если мы пришли, да, то прямо слушать. И я услышала, что я услышала, он покупателей называет клиентами. Это что значит? Это значит, что он продешевит от 100%. Поэтому я ему... Через один или через два звонка скажу, вы, Илья, да, вот Илья, я уже вам третий раз звоню, у вас сейчас есть пять минут со мной поговорить, чтобы я и ваше время сэкономила, и свое? Можете пять минут уделить мне? Он скажет, например, я не могу, потому что я там еду. Ну, хорошо, тогда вечером в восемь часов. Угу, да, и вот мы созваниваемся вечером в восемь часов, и я с ним разговариваю, говорю, вы мне в первом телефонном разговоре сказали, что вы за клиента заплатите. Он скажет, да. Представляете, то есть он, получается, будет понимать, что я помню, и вот, вот то, что он мне говорил. И даже одинаковыми словами я ему скажу. То есть люди слышат только то, что э, они, какие слова они понимают. Это психотипология. Посмотрите, кто не изучал психотипология. Вот, например, смотрите, есть слова хорошо, классно, круто, отлично. Вот кому нравится слово хорошо, поднимите руки. А теперь опустите руки и поднимите те, кому классно. А теперь опустите руки и поднимите те, кому круто. Кому отлично. Вот, видите, разные люди, представляете? То есть одно слово, оно может для одного человека прозвучать как «зззз», он ее не слышит, психотипология, да. А для другого он может, и он его услышит. Да, хорошо, сделаю это. Отлично, Илья, буду у вас. Поэтому этот вопрос именно про слушание. Я ему об этом скажу, но позже. И это как раз тоже про холодные звонки и про силу личности, то, что мы с вами запоминаем, что говорят люди, записываем в серым систему в комментарии и потом говорим, что Илья, вы знаете, наверняка в вашем деле разбираетесь лучше, чем я. Вот я риэлтор, а вы кто, если не секрет? Если не секрет, техника дает возможность ему с удовольствием и с легкостью отказать мне. Секрет, Ирина, не задавайте мне глупых вопросов. Вы вообще обнаглели, что ли? Или, а я IT, ну, допустим, там айтишник, или там бухгалтер. Хорошо, ну вот в этом, в этом вы профессионал, да. А я профессионал вот, в недвижимости. Вы назвали покупателя клиентом. Обычно клиентам хотят понравиться. Да. Поэтому сейчас я не буду вас обучать, у меня нет задачи, мне нужно только вашу квартиру посмотреть, потому что я. На этой территории работаю, шпалерная 52 на четвертом этаже, 256-ю квартиру мы продали в этом месяце. И мне у покупатели есть, я хочу вашу посмотреть, понять, кому предложить ее. Поняли? Давайте тогда договариваться на встречу. Четверг или пятница, какой день подходит? Ну, согласны, что он мне, скорее всего, с третьего раза согласится, да? Ирина, у вас одна минута. Ура. Угу. Давайте. А, договор. Договор подписывать не буду. Да, вот, это получается… Наталья, можете снять кусочек видео вот это вот, как я предлагаю? Сейчас мы заработаем здесь 10 плюс миллионов рублей. Я говорю, я действительно не знаю, буду я подписывать с этим собственником договор или нет. И это правда. Вот очень важно, чтобы стоять на двух ногах, уверенно говорить, говорить правду. Я не знаю, есть у него задача продать или нет. Потому что мы с... это немножко другая тема, это уже первая встреча, понимаете? Первая встреча. Я провожу таким образом, чтобы они мне дали поручение на анализ конкурентов, если ему надо продать. А если на второй встрече анализ конкурентов подойдет ему, я попаду в диапазон его ожиданий, то он меня сам попросит его квартиру продать. Эта технология именно есть. Но сейчас я иду к вам, я не знаю, буду я подписывать договор или нет. Может быть, вам продать не нужно. Может быть, вы имитируете продажу перед, э, ну, не вы, а там вот этот вот собственник, который выставил, может быть, он имитирует продажу перед кредиторами. Или, может быть, он таким образом решает свою семейную проблему. Или, например, бывает так, что мама хочет остаться с детьми, а они говорят, мам, продолжай давай квартиру, давай купим, ну, сыновья выросли, знаете, да? Поэтому я действительно иду для того, чтобы осмотреть. И иду для того, чтобы узнать его причину. И иду для того, чтобы продажа. Но он мне причину продажи не скажет, когда я только приду сразу. Это уже вторая история. Это вот если, если вам это интересно, ну, мы можем, да, вы подписывайтесь на мой канал Ирина Прохорчук, риэлтор-аукционист. Какие-то веду бесплатные вебинары. Вот сейчас хочу вам презентовать вот этот проект, друзья, смотрите, дыхание природы. – это 40 минут на вертолете от Москвы или 2,5 часа на автомобиле, 33 гектара земли, вам 3%. Это примерно там, ну, такая хорошая существенная сумма. Это аукцион, как раз начальная цена 50 миллионов рублей. Я сама лично с собственниками провела переговоры в течение двух суток. Мы были в, собрала всех лиц, принимающих решения, три поколения. Это депутат «Единая Россия», это его дети и это его э, внуки, которые жили в, этой, в этом прекрасном отельном комплексе. Поэтому вот у кого есть покупатели потенциальные, можете им предлагать. Здесь эксклюзивный договор мой с собственниками гарантирует вам выплату. Ну и самое интересное, звоните каким-то уважаемым вашим покупателям потенциальным, кто может купить этот объект недвижимости, и говорите: "Виктор Петрович, инвестиции вас интересуют?" Ну или резиденция. Он говорит: "Да." 33 гектара земли, отельный комплекс премиального уровня, 40 минут на вертолете или 2,5 часа на машине. Вот есть такой объект недвижимости. Он говорит, например, неинтересно. Что вы дальше говорите? Поняла, Виктор Петрович, принято, что нужно из недвижимости продать. Поэтому Воспользуйтесь, пожалуйста, вот этим вот э, предложением. И будет здорово, если мы с кем-то из вас заработаем. Я вот недавно продала пентхаус, там мы под 2,5 миллиона заработали с агентом. Вот она так тоже звонила и предлагала. Я тому, кто мне напишет, дам видео без контактов, фото без контактов. И это как бы будет от вас. Спасибо большое. 7 мая брокер тур. Приезжайте холодные звонки на самом деле не холодные, а теплые. Когда ри риэлтор это осознает, страхи уходят. Напишите мне, пожалуйста, перейдите по QR-коду, напишите, и я вам подарю, пришлю сценарий разговора, вот из книжки из моей. Пусть они у вас будут, я хочу, чтобы у вас было все то, что вы запланировали. Спасибо, друзья. Ирина, благодарим вас за такое интересное выступление. И я очень рада, что наши темы соприкасаются максимально. И мы дополняем друг друга. Меня зовут Наталья Григорьянс. Те, кто подошли чуть позже, я буду с вами разговаривать на тему речевого имиджа. Потому что все, что вы будете проговаривать, все, чем вы будете работать во время холодного звонка, это ваш голос и ваша энергия. И если ваш голос будет звучать... Странно, то, конечно же, человек на другом конце провода никогда вам не поверит. Никогда не поверит. Итак, кликер бы мне. Да. Я была бы счастлива. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Наталья вам. Да, здесь есть размытая информация обо мне. Это все говорит только о том, что я занимаюсь темой делового общения и эффективной коммуникации более 13 лет. Это моя любовь и страсть. Я корпоративный тренер компании Марс, Мегафон, Сибирь. Сбербанк, IT-Сбербанк. И это тоже говорит о том, что я хороша в своей теме. И сегодня я хочу с вами этим поделиться, потому что, конечно же, зачем мне это все знать, если мне некому об этом говорить. Речевой имидж эксперта в холодных звонках, но я бы вот холодные звонки, знаете, не выделяла особо, потому что голос — это наш инструмент повседневного общения. На конгресс я приехала специально за два дня, я проживаю в Сочи, но приехала посмотреть специально за два дня, послушать разных спикеров, походить по залам, пособирать информацию, пройтись по галерее, посмотреть, кто как, то есть наблюдатель, такой наблюдатель, который смотрит, наблюдает и записывает себе в голову. Что я заметила? Ну, во-первых, когда спикер очень хорош в своей теме, но говорит это с подачей грустноватой, да, но вот без энергии, как будто бы все вы и так должны это все знать, и он не делится с вами ничем вот таким, чего бы вы не знали, то зал начинает редеть. И прям под конец секции остается два с половиной человека, и мне, конечно, очень грустно в этот момент, потому что эксперт свою экспертность не потерял, у него просто не работает инструмент при помощи которого он должен эту экспертность передать. Поэтому я отредактировала немного свою тему и хочу сделать акцент на фразе ⁇ Как разговаривать так, чтобы вас слушали и слышали ⁇ Потому что это нам пригодится не только в вашей работе, это нам пригодится не только в холодных звонках, это вам пригодится в вашей... Обычной нормальной жизни, когда вы разговариваете со своими коллегами, когда вы разговариваете со своими родными и близкими, с кем у нас зачастую больше всего недопонимания вообще не происходит, потому что ну, они как будто бы могут все стерпеть. Когда мы разговариваем с нашими начальниками о повышении зарплаты и просим, а не обсуждаем и договариваемся. Ну и, конечно же, когда мы разговариваем с клиентами. Начать я хотела бы с фразы, которую я услышала у своего коллеги Радислава Ивановича Гондопаса, который выступает параллельно сейчас с нами. Он про это говорит постоянно, и мне эта фраза понравилась. Почему бы ей не поделиться? Люди любят покупать, но люди не любят, когда им продают, когда им навязывают услугу, Поэтому сегодня я хотела бы наше с вами взаимодействие выстроить в режиме разговора, не выступать перед вами, а с вами разговаривать. Если у вас будут вопросы, у вас будут какие-то комментарии, то, пожалуйста, только не параллельно мне, да, а мы с вами обязательно поддержим диалог. Ирина говорила много про энергию, вчера летчик-космонавт говорил про энергию, кто был на выступлении Рязанского, да, это было потрясающе, как мне кажется, очень заряжает, хочется лететь, взлетать. Так вот, энергию хорошо было бы чувствовать упадок этой энергии. Кто как ее будет поднимать, это дело ваше. Кому-то нужно пойти оторваться в караоке, выкричить все, что не выкричил. Кому-то нужно просто посидеть, уши прочистить у берега моря. У нас есть такая возможность, потому что мы здесь проживаем. Но когда я жила в Сибири, я ходила кричала на деревья в лес. Ну, то есть у каждого своя. Потому что моя профессия предполагает то, что я не буду много говорить. В основном, конечно, я молчу. Поэтому давайте сейчас мы сделаем одно упражнение, которое заставит работать ваши два полушария. Я его делаю всегда с удовольствием, особенно со взрослыми. Убираю телефон в микрофон, и вас сейчас я попрошу максимально освободить свои руки. Угу. Я вас благодарю, мне, мне уже с вами намного веселее работать, потому что я вижу, насколько вы идете мне навстречу. Для чего нужна нейрогимнастика? Кстати, вы посмотрите, это не баловство. Я работаю в центре «Молодость Москвы», которая восстанавливает людей после инсультов, после инфарктов. И нейрогимнастика — это одно из упражнений для того, чтобы запустить работу мозга. Когда вы устали, когда вам хочется э, ничего не делать, нейрогимнастика помогает снять напряжение. Поэтому давайте будем этим баловаться иногда. Когда бывает, я, конечно же, не просто так гуляла по конгрессу э, три дня, я разговаривала с людьми, знакомилась, ну и я работаю в некоторых агентствах недвижимости и провела такой социологический опрос сама для себя. Я так развлекаюсь. В чем сложность в холодных звонках? И вот топ-4. Э, Ответа. Ну, три. Четвертый это я сама уже добавила, потому что я их наслушалась и решила, что нужно, конечно же, поделиться с вами. Людям сложно быстро установить контакт, быстро зажечь крас... э, этот зеленый свет. Сложно. То есть сложно настроить. Вот сейчас Ирина говорила интересную такой пример с интонацией работать. Когда мы начинаем говорить медленно, спокойно, но динамично, при этом не затормаживая голос, становится более приятным. Не колким, мерзким, отвратительным не, э, как будто бы мы девочки, нам дали телефончик, и мы можем звонить. Да, такие голоса, ну так как я слушаю холодные звонки, чтобы провести аналитику и обучить агентов, да, именно с речевой составляющей, не э, скрипты, это вся не моя тема, то, конечно же, я наслушалась. Иногда мужчины очень, ну что мы про женщин, то про женщин, мужчины тоже забивают свой гол, э, начинают звонить и, э, здравствуйте, Uh, и вот как будто бы мы его с дивана подняли, а он не может встать. Uh, uh, как медведь из пячки. То есть вот отсутствие энергии – это, конечно, сложная история. Из инструментов голос – это единственный ваш инструмент, когда вы говорите. Вот прям, который можно да, почувствовать вот так. Понятно, что улыбка, энергия – это мы тоже все ощущаем. Но голос – вы это все проговариваете ртом. Поэтому было бы неплохо, конечно, за своим голосом последить. Не откашливаться в телефон, не просить за это потом прощения, да, не разговаривать как фея цветов и, и так далее. Третье — это ограниченное время. Ограниченное время, и очень многие говорят еще про выход из зоны комфорта. Вот Мне кажется, тему холодных звонков нужно изучить для себя хорошо в плане практики, да? Для того, чтобы у вас не было вот этой потери зоны комфорта, чтобы ваша зона комфорта расширялась, не надо из нее выходить. Расширяйте ее, пусть вам и в холодных звонках будет хорошо, и в горячих, и в теплых, и в полутеплых. Пусть вам везде будет хорошо, но для этого нужно потрудиться немного, нужно попрактиковаться. Знаете, самый главный, сейчас поделюсь с вами таким суперинструментом, чтобы разговаривать очень круто. Знаете, что нужно сделать? Нужно разговаривать. Больше никто вам не поможет. Если вы пройдете 56 миллионов курсов очных, заочных, всяких разных, онлайн-оффлайн, но вы не будете применять это здесь и сейчас, ваш навык будет потерян, вы получили права от автомобиля и не ездите 10 лет. Потом вы сели, и у вас не будет драйва, у вас будет стресс. Вчера и позавчера выступали мои ученики, руководители компании, как спикеры. И я, конечно, как училка подглядывала за ними, все ли у них получается. Но, конечно, я была довольна. Нигде мне не хотелось встать и выйти в знак протеста, что они не использовали то, что я им говорю. Практика. Здесь и сейчас нужно сразу же практиковать. Ну и не превращать беседу в допрос. Это очень важно, чтобы вы научились разговаривать с людьми в любой ситуации. Разговаривать, а не говорить. Это абсолютно разные вещи. Условия совершения холодных звонков именно с речевой позиции. Да, еще раз говорю, я не про продажи. Я про то, как это сделать лучше и комфортнее вам. Первое, конечно, это же умение задавать открытые вопросы. Открытые, альтернативные, закрытые вопросы. В каких случаях вам нужны в холодных звонках закрытые вопросы? Когда человек может ответить только да или нет. В каких случаях? То есть на уточнение, чтобы он сказал только да или нет. Вот когда вы говорите, удобно вам будет, чтобы я вам позвонил, например, в такое-то, такое-то время, вот тут не нужно, чтобы он на три часа вам рассказывал, удобно ему или нет. Вот здесь вам нужно да или нет. Поэтому желательно ограничивать его в выборе. Вообще, когда выбора у человека много, он не всегда с этим справляется. Заметили? Поэтому даже элементарно, вот вчера а, спикеров развозили на разных автобусах. И им сказали, вы можете выйти из этой, из этой, из этой, из этой, из этой двери. Мы вас будем ждать. И вот никто их не мог собрать. А сказали бы, встречаемся у входа. И мы сэкономили бы 30 минут времени. Выбора много иногда, когда бывает, люди не могут с этим справиться. Парафразы это то, что многие, используют многие из вас. Но, знаете, есть такой момент, когда знаем, но не делаем. Поэтому я решила вам как будто бы напомнить. Это повтор последних слов собеседника. Но повторять это нужно не назидательно, не как будто бы вы разговариваете с тупицей. Потому что иногда есть такое уничижение человека по телефону. Опять же, я говорю это, наслушавшись ваших коллег. Когда я слушаю, и человек говорит, например, мне будет неудобно, прекрасно, вам будет неудобно. То есть им сказали с момент присоединения, прекрасно, превосходно, отлично, замечательно. И вот они эти слова везде вставляют а они звучат очень раздражительно. Что прекрасного, если мне некогда? Да, как будто бы вы не слышите своего собеседника. Убедительная аргументация – не доказывать, не спорить, а объяснять и разговаривать. Объяснять. Это вы знаете все про свою работу. Я ничего не знаю. И я сопротивляюсь, потому что очень много обмана – в профессии, понимаете? Вот в Сочи, например, очень агрессивный рынок. И вот эта история с фейковыми объявлениями, ну это же прям как красная тряпка. Сейчас уже даже все привыкли так более-менее, уже так не реагируют. Но раньше, года-два назад, это прям люди материли, понимаете, ваших коллег по телефону. А если человек восприимчивый, он ну, ему просто не выжить. Поэтому постарайтесь с людьми не спорить, вообще в жизни с людьми спорить бессмысленно. Замечали? Вообще бессмысленно. Вот начиная от маленьких детенышей, заканчивая э, самыми взрослыми, мудрыми людьми, спорить нет. Объяснять — да, уточнять — договариваться, потому что ваша задача — не потерять свои нервы, а получить удовольствие, результат от общения. А если я вижу, что я в переговорном процессе, объясняя, получу больше результата, нежели я буду орать, визжать и материться, ну, конечно, я как человек, который хочет прожить чуть дольше, выберу второй вариант — я буду спокойно объяснять, разговаривать. Мне это будет интересно. Ну и психологическая устойчивость. Через что она проявляется? Ваша психологическая устойчивость в речи. Вот как мы это можем слышать? Это когда вы начинаете перебивать. Когда вы настолько уже все поняли, что вы такие, да-да-да, я понял. Но вы это поняли. Но человеку что нужно? Поговорить. Вы абсолютно правы. Вы как только человек понимает, что ему с вами как я еще развлекаюсь? Часто же звонят из банков, предлагая, как только ты открываешь свое дело, тебе сразу звонят 56 миллионов банков. А эквайринг, а счет… И, конечно же, я не слушаю, потому что это проблема для моих ушей. Но есть такие люди, которых я... Мне ничего не нужно, но я их слушаю до последнего, потому что ну, приятно поговорить, понимаете? Мне, а я очень искушенный собеседник. И продолжаем эту тему, когда мы слушаем. Вы, кстати, не просто фотографируете, а я предлагаю либо подтверждать, либо опровергать. Когда говорят о нас и про наши интересы. Вот если будут говорить про нас, человек, знаете, какое слово любит больше всего? Свое имя. Мы это все знаем, но мало кто использует. Мало кто использует. Я работала в Москве в одном агентстве недвижимости. И перед тем, как прийти проводить тренинг, я прослушала их звонки через систему. Ну, чтобы у меня был материал для общения с ними, чтобы не на голом месте разговаривать. И там самая частая проблема была в том, что вначале клиента звали Ирина, а в конце Екатерина. Вначале Владислав, а в конце Егор. Понимаете? Это просто ошибка. Я же понимаю, что у вас очень много этих Егоров, Владиславов, Ирин, Марин, Маш, Наташ. Но это лично ваша трагедия. Понимаете? Это вы должны с этим сработаться. То же самое, что get контакт. Как вы записываете туда своих клиентов? А клиенту приходит оповещение. Там-там, у вас новый тег. А он поговорил с вами. Поэтому про это тоже думайте. Мотайте себе на ус. Придумывайте не матерные и не обидные название своих клиентов. Да? Про это тоже нужно помнить. Это тоже про этикет общения, про деловое общение. Это очень важно. Второй момент, когда мы уже запомнили имя, это говорят то, что мы знаем. Все мы любим режим «расскажи мне». Расскажи мне какой-нибудь факт. Вот расскажи, а вы знаете, что есть такое, такое упражнение, которое я делаю со своими учениками. Расскажи мне факт. А вы знаете, что мы все знаем, что есть золотой век литературы, а есть серебряный. В школе же нам всем рассказывали. Но почему? Золотой, золотые просто были у нас там поэты, да? художники, писатели. А серебряные это вот как последствия более взрослые они были. Но есть еще и второй факт про это. Кто знает? Никто не знает, но я вам сейчас расскажу, в школе вам про это не рассказывали. В момент Золотого века весь Бамонт, Искусство пил шампанское с гравировкой золотой мадам Клюко, а потом, когда у нее умер муж, вдова Клюко, и Россия была самым большим потребителем после Франции этого шампанского, и они все сидели на золотом шампанском, и весь этот Бамонт они себя называли золотые, поэтому в дневниках у писателей и поэтов мы можем найти золотые, 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 золотой век, а серебряный почему серебряный? Потому что все сидели на опиуме на серебряной дорожке. И это тоже из дневниковых записей. Конечно, нам в школе нельзя про это говорить. Ни в коем случае, да, дети, это фантазия такая, попробуй справься с ней потом. Они начнут этот факт везде рассказывать, где не надо, на экзамене каком-нибудь. Но мы, взрослые, должны знать, что всегда есть несколько альтернатив. Для чего нам пригождаются факты в режиме «расскажи мне»? Для того, чтобы поддержать беседу. Для того, чтобы вы не общались в режиме ограниченного словарного запаса. Как развить словарный запас? Посоветуйте, пожалуйста, дайте рекомендацию. Читать книги – это самая частая рекомендация. А вы знаете, что если вы будете читать книги, а не использовать оттуда слова и выражения в бытовой жизни, ваш запас никак не разовьется. Каким образом? Пересказывать книги, брать оттуда какую-то информацию и добавлять. Например, последнюю книгу, которую я прочла, фраза мне понравилась, у нас с вами столько оттенков недопонимания, и вот теперь в семье эту фразу я использую, как только вот придет мне какая-нибудь история, я сразу, ну у меня с тобой прям оттенки недопонимания. И тогда у меня это закрепилось. Вчера кто слушал космонавта, он говорил про мурмурацию, помните? Когда птицы объединяются в одну стаю – вот, конечно, словарный запас мы можем развить только, если мы будем использовать эти слова в бытовой жизни, в обычном общении. Иначе Руслана Людмила останутся в Руслане и Людмиле, а, не знаю, темные аллеи останутся в темных аллеях, ничего не произойдет. Ну и, конечно же, тренд сегодняшнего общения, когда у нас дофаминовое царство в телефонах, мы же не можем вообще без этих телефонов, понимаете, нам же там ничего не происходит, мы берем посмотреть время, заходим в одну, вторую, третью соцсеть. Кладём, забываем посмотреть время. Это же дофаминовый момент, да? То есть там интереснее всегда. Там с кем-то что-то происходит. Постоянно. Там всегда что-то интересненькое нас поджидает. Это не живые люди, с которыми придется общаться. Это подгляну момент замка, понимаете, скважины. Подгляну, интересно, будоражит Я не принимаю в этом участие, я подглядываю. Интересно. Как на мою жизнь влияет? Зачастую никак. Поэтому тренд сегодняшнего общения это динамично, кратко и позитивно. Но если вы не следите за своим речевым имиджем, как вы говорите, то у нас получается не речь, а речевые огрызки. У нас слова обрезаются, у нас обрезаются мысли, предложения, и это нормально. Я вообще не топлю за красивую речь, потому что красивой речи много дел не наделать, если вы не знаете, что говорить. А вот если у вас эффективная речь, то да, поэтому речевой имидж ⁇ это ваша инвестиция. И это ваша инвестиция в себя, почему? Потому что это вам пригодится не только в вашей профессии. И потом, сколько вы будете работать в своей профессии? Кто точно знает? Я в своей профессии буду работать 3,5 года, 20 лет и 10 месяцев. Скажите, сколько вы будете работать? Это интересно? Примерно. Сколько? лет 15. Но вот вы даете себе такую фору. Вот, ну это редкие ответы. Вы исключение из правил. Я вас поздравляю, мы все запомним. Зачастую люди не могут сказать, сколько они будут работать в той или иной профессии. А говорить вы сколько планируете в своей жизни. Общаться, желательно до самого финала, да, не потерять язык. Поэтому было бы здорово, чтобы вы за своей речью следить начали уже сегодня. Звучание голоса. На что обратить в момент звучания голоса? Очень важно, чтобы ваш голос был естественным, потому что наигрыш слышится сразу. Вот вы слышите, когда вас обманывают? Вот и другие люди слышат, когда их обманывают. Потому что когда человек начинает врать, его голос подпрыгивает на полтона вверх. Да? Да? Вот это и начинается история. Следующий момент очень важный — это интонация. На это тоже нужно обратить внимание. Если вы будете постоянно разговаривать, интонация вверх, то вы будете необоснованно счастливым человеком. И вы будете раздражать нас всех. А если вы будете говорить, все... «Здравствуйте, меня зовут Наталья Григорьянц, я тренер по дизайну голоса. Я поставила точку сама, чтобы вы мне рот не закрыли». А если я буду говорить, здравствуйте, меня зовут Заигрыш какой-то идет, понимаете? И вот я уже не эксперт, а я женщина. А женщине очень опасно терять экспертность, так же, как и мужчине. Но вот в моей профессии, как только кокетничество, ты все, ты теряешь людей, ты теряешь аудиторию. Поэтому тот, кто говорит, у кого есть возможность говорить в холодных звонках, всегда энергия мужская оберегательная. Я все знаю, я вам все расскажу, все объясню, со мной вам будет безопасно. Но если вы девчонка, а если вам чуть больше 18, а вы все равно девчонка, да, а мне 36 лет, но это странно уже, понимаете? То есть адекватность тоже хороша в нашем деле. Слова-паразиты, вот, ага, э -э -э -э. как избавиться от слов-паразитов? Ну, при помощи самоконтроля, естественно, это как от матерных слов избавиться, да? Вы никогда не избавитесь от нецензурной лексики, если вы не будете этого слышать, потому что у вас нет проблем, если вы этого не слышите. Проблемы есть у тех, кто слышит это. Как избавиться от звуков паразитов? Нужно, во-первых, провести ревизию, записать себя на видео, где вы объясняете что-то, объясняете, например, про какой-то объект рассказываете, и вы услышите эти паразиты, они обязательно выпрыгнут. Этих паразитов нужно знать в лицо записали вот, это, соответственно, то есть самое, да, да. Вам микрофон? Ну, какой вы активный, давайте. Ну, Виталий, меня зовут, город Томск, полезные люди. Скажите, а кто слушал свои звонки, холодные звонки вообще прослушивал? Ага, как вы боролись со своим голосом? Он вам нравился, нет? что делали? Я прослушал 10, э, я запланировал прослушать 10, э, послушал 6 и понял, что ну, как бы это страшно. Я хочу вас спросить, поможете нам? Я для этого и подъехала. Я сейчас всем помогу. Сначала закончу с паразитами, потому что это важнее, а потом расскажу, почему вам не нравится ваш голос. Слова-паразиты и звуки-паразиты мы истребляем через паузы либо мы заменяем эти слова нормальными словами, через паузу. Когда я пообщаюсь с каким-то человеком, мне свойственно перенимать чужую речь. Например, человек будет говорить каждый раз «вот», 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 «да?», «да?», «да?». И я возвращаюсь к себе домой и говорю «ну, да». «Ну, мы вот про это говорили, ты уже понял, да?». Но хорошо, что у меня дома есть отрезвляющий меня человек, который говорит «Наташа, пора расслабиться и помолчать». Да, благодарю своего замечательного мужчину и сына. Но не всем же так везет, да, когда их тормозят. <свят> Поэтому было бы неплохо самих себя останавливать. <свят> простите, в момент, когда вы слышите звук паразит. Вы его начнете слышать, и вы от них избавитесь. Но первое это надо знать, что вы говорите. Второй очень важный момент мне не нравится мой голос. Мне не нравится мой голос. Но, во-первых, вы свой голос не слышите, так как слышат его другие люди. Вы знали про это, потому что вот я сейчас разговариваю, и я слышу резонирование костей, я слышу объем своей ротовой полости, поэтому, ну, мне нравится мой голос, потому что он идет из груди. Как узнать, как слышат вас на самом деле люди? Упражнение чебурашку, знаете? Здорово. Значит, вы берете два две ладони. Слышите, что он другой? Вы слышите, что он другой? Вот кто не слышит, нужно погромче выйти и послушать. Просто здесь вам другие люди мешают. Он сразу же будет другой. Вот так вас слышат другие люди. Но есть еще момент, когда голос завышен. Вот если я разговариваю с мужчиной, а у него голос завышен, звучит из глотки, то я знаю, что этот мужчина будет подвержен истерикам. Сто процентов. Это та стена из пенопласта, на которой опереться я не смогу. Это не тот мужчина, который скажет: Наталья, в сложной ситуации, прыгай ко мне на руки, я тебя пронесу над этой бедой. Нет, он скажет: это давай первое, а я за тобой, шаг в шаг. Нет. Если я слышу женщину, у которой очень завышен голос, значит я знаю, что я с ней вступать какие-то партнерские серьезные отношения, чтобы от нее что-то зависело, тоже не буду, потому что когда голос высокий, женщина умеет просить, чтобы делали за нее. Понимаете? Вот мой голос понятен всем будет, что я, конечно, сама сделаю все неплохо. Низкие голоса неосновательные. А когда мы слышим высокие голоса, люди умеют просить. Следовательно, если у нас с ней произойдет какая-то сложная ситуация, она скажет, Наталья, лучше тебя никто не справится с этой ситуацией. И я опять, как с тем мужчиной, буду все делать сама. Поэтому разбираться в голосах — это очень интересно, и это несложно. Нужно просто научиться слышать сначала себя. Сначала себя. Ну и когда мы говорим кратко, да, когда мы говорим э, кратко, в холодных звонках мы же не желательно не растягивать их на 500 миллионов лет, дикция очень часто страдает. Вот Вы сказали все практически, что вы слушали свою, э, свои звонки. Иногда вы хотите сказать, но рот не открывается, и получается, да, как будто этом шмель какой-то мохнатый, душистый хмель. Поэтому на дикции артикуляции нужно работать. Ирина вам предложила несколько упражнений. Я, естественно, я провожу эти занятия, провожу вебинары, провожу эти тренинги. И у меня на YouTube-канале есть они в, доступ, в доступе в обычном. Поэтому я вам отправлю сегодня два тренинга. Вы посмотрите, и я думаю, что вы будете довольны. 20 минут как сказали участники тренинга, рот потом целый день говорил, как не в себя. Ну, потому что разум... кровообращение. То есть что это такое? Кровообращение восстанавливается. Понимаете? Вот и все. Обращение к партнеру. Визуального контакта у нас не может быть в холодных звонках. Да? Ну, так бы было намного легче. Когда мы видим глаза, мы сразу видим, человеку нравится, не нравится. Вот он прищурился, вот он убрал взгляд, да, или он удивился. Даже если у вас обездвижено полностью лицо, удивиться глазами, веки-то работают, да, ну потому что сейчас и мужчины, и женщины обездвиживают лицо, ты попробуй помимики что-то пойми. Поэтому с глазами легче. А вот когда нет глаз, то мы можем услышать паузы, мы можем услышать динамику. Может быть, он вас перебивает, значит, вам нужно чуть темп да, снизить его, но самому не тормозить, иначе вы будете его раздражать. Например, если с Ириной, да, у нее такой темперамент э, будоражущий, если мы с ней будем разговаривать очень медленно, мы будем ее раздражать. Почему? Потому что мы будем тратить ее золотое время, драгоценное. Ей нужно та 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 А вот она может разговаривать с разными людьми, как захочет, потому что будет чувствовать это. Со мной, если вы будете разговаривать очень быстро, я не буду успевать понимать, что вы говорите. Я, возможно, даже скажу, извините, пожалуйста, можно чуть помедленнее. Да, я, я, я записываю, я пытаюсь, ну, потому что мне нужно я, профайлинг, да, у меня совершенно другой тип личности. Поэтому было бы здорово, чтобы вы к своему голосу, к своему общению относились не просто, вот у тебя красивый голос, а у тебя отвратительный. Пара-пара-пам, да, все, этот диагноз не лечится. А если вы говорите с человеком, у него напряженный голос, он с вами говорит напряженно, выговаривая каждое слово, гвоздем вам в голову, да? Что вы в этот момент понимаете? Когда человек раздражен и напряжен, что нужно сделать? Как? А ну-ка расскажите. Расскажите, как расслабить собеседника? Да, дать ему выговориться, во-первых. Да, обязательно. А потом используем ваш прием. Чуть снизить градус кипения. Потому что когда человек напряженный, разговар... для него каждое слово очень важно, и интонации он это показывает, и дикции показывает, и выговаривает, и перебивает, значит ему нужно... Я понимаю, что вы переживаете по поводу чего-то. Да давайте сразу обговорим по поводу чего. Вообще это очень хороший прием сразу обговаривать моменты, которые нужно проговорить сразу. Почему? Потому что самое дурное ⁇ это додумывание. Замечали? Опять же, проецируем не только на вашу работу, но и на жизнь. Поэтому умейте проговаривать все, не стесняйтесь, мы взрослые. Историю про то, что когда-то вам что-то родители не додали, и вы от этого сейчас страдаете, вы уж разберитесь, нам всем чуть больше 18 лет. Уже можно, да, родители тоже не знали, как нас воспитывать. Поэтому давайте мы будем взрослыми девочками и мальчиками. И если вдруг мне не нравится, что вы, например, на меня начали кричать, я могу сказать, а мы можем например, не кричать. Но у меня в жизни такого не бывает, потому что я себя так не веду, и нет такого окружения. Но иногда бывает, когда человек пытается меня перебить. Я никогда не сделаю ему замечания. Я выслушаю, и после этого не дам ему возможности сказать. Но я могу себе этого позволить, потому что я знаю правила. Правила нужно знать, чтобы их нарушать. А если вы их не знаете, еще и нарушаете, вот это называется глупость человеческая. Последнее, материал для общения, цель. Знаю, что сказать и зачем сказать. Личная цель у вас всегда должна быть. Вообще, перед тем очень часто я задаю вопрос, который, ответ на который не каждый может дать. Сколько стоит час вашей работы? Сколько стоит час вашей работы? Это не риторический вопрос можно говорить. 25 тысяч, 50, 150, ну только в адеквате, да? 5 миллионов. Сколько? 5 тысяч, так еще. А если бы не сделали сделку? от скольки? Вы, наверное, неправильно считаете. Да, вот смотрите, это очень важный момент. Вы должны четко понимать, сколько стоит один час вашей работы, потому что вы же не работаете 24 часа. Вы работаете определенное время, но в этот час вы можете сходить гульнуть на обед на два часа. Вы можете нечаянно отъехать и не вернуться. Вы можете быть не в вдохновении, не в голосе, не в настроении, и многих не до неда, у нас еще может быть. Поэтому нужно понимать, сколько денежек вы теряете. Вы должны мотивированы быть сами своей личной целью. Потому что пока в вас вкидывают дрова и говорят «давай, давай, давай, давай», как только этот «давай» ушел, ваш костер погас. А когда вы сами себе говорите «так, вот это, вот это, вот это, ты просто, но ну, тебе это надо», тогда вам не нужно подкидывать. И если я плохо выступила и ушла, и я знаю, что я плохо выступила, не надо ко мне подходить и говорить «Наталья, восторг, я точно знаю, когда у меня восторг, а когда не восторг. Это адекватность называется. И давайте вернемся, обратим внимание на самый последний критерий. Закон края ⁇ это то, с чего мы начинаем наш диалог и то, чем мы заканчиваем. На первом свидании, на общении с клиентом, на разговоре с начальником, на нашем выступлении всегда очень важно, как мы начинаем и как мы заканчиваем. Что бы внутри не произошло, какой бы конфликт с искрами там не летал. Если мне нужны эти взаимоотношения дальше, я должна в процессе выдохнуть и закончить так, чтобы мы с этим человеком еще поговорили. Закон края очень важен. И тут я бы обратила внимание на финал. Не все люди делают финал. Не все люди тоже, даже в тех же холодных звонках. Проговорили, проговорили. Отлично, хорошего дня, до свидания. Финала нет. Все, человек вас не вспомнит. Давайте все-таки зафиксируем какой-то финал должен быть обязательно. Сегодня, когда я готовила вам свое выступление, я подумала, что, ну, вчера нам говорили, что у нас не будет возможности в вопросах это все проводить. Поэтому я подумала, что у вас однозначно есть вопросы. И они однозначно будут. Но те вопросы, допустим, которые вы не можете задать прилюдно. Потому что после любого выступления я выхожу, и человеки еще идут и говорят, мне что-то спрашивают. А вот это, вот, а вот это, а если вот так вот? вот, вот? Поэтому вот QR-код на что-то наверное это на telegram я сегодня выставлю флажок конгресса и вы напишите там абсолютно любой ой простите напишите там абсолютно любой вопрос который вам для вас требует ответа абсолютно любой потому что вот вчера например я общалась со спикерами и в конце спикерами конгресса они говорят вот нам сегодня задавали такие каверзные вопросы такие сложные вопросы вот как быть как быть, то есть как отвечать на сложные вопросы? Да? Оформляйте свои вопросы, и я обязательно дам на него ответ. Ну и про дикцию и артикуляцию. Заходите в запрещенную сеть, если вы ей пользуетесь, да, потому что очень многие говорят, все, конец, конец, все закрыли, все обрубили, не знаю, ничего не конец, все там работает нормально. Поэтому вы периодически заходите туда, там бывает действительно очень интересно. По второму QR-коду пройдите. Ведется запись, я не могу говорить не очень хорошие слова. Я вам мешаю, да? Я вам всем мешаю. Напишите слово Конгресса, я отправлю вам ссылку на два тренинга артикуляции и дикция, где я прям с вами там выполняю упражнения, вы повторяете за мной и вы поймете разницу своего речевого аппарата до и после. Это то, что любят все абсолютно люди. Да? Чтобы я знала, кому отправлять. Дорогие друзья, я вас благодарю за сегодняшний разговор. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну и, конечно, последнюю фразу, которую я бы хотела сказать, она мне очень нравится. Мы в момент тревоги, в момент волнения никогда не подпрыгиваем до планки своих ожиданий. Вот как мы, если сейчас вот он ответит, я такое скажу, такое скажу, такое скажу, нет. Если вдруг встреча произойдет, я так скажу, так скажу, нет. В момент волнения мы падаем до уровня подготовки. И если ваша подготовка слаба, то вы чувствуете стресс, вы чувствуете недомогание, вам нехорошо, вам не хочется повторить. Понимаете? А если ваша подготовка крепка, то вы говорите, вот это круто получилось, вот это здорово, вот это хорошо, а вот над этим будем работать. Невозможно обогнать человека, который идет своим путем. Поэтому нормально, что у вас есть какие-то недочеты с вашим речевым аппаратом, ненормально с этим ничего не делать. Потому что мы уже все взрослые, и мы можем сами взять свой тренажерный зал и порепетировать прямо во время. В машине, в электричке, пока мы слушаем спикера. Но если вдруг у вас пересохло во рту, а рядом воды нет, возьмите кончик своего языка и потрите прямо сейчас за основанием верхних зубов. И будет выделяться слюна. Вот таких э, интересных советов, может быть странных, но очень практичных к жизни, я могу дать вам в своих социальных сетях. В общем, мне с вами было приятно познакомиться. Если у вас есть вопросы, то вы, пожалуйста, задайте. А можно, пожалуйста, вернуть QR-коды еще? Это вопрос к техническим специалистам если можно они сделают давайте вопрос какой-нибудь очень крутой вопрос который вас тревожит в общении с клиентами в ваших недомоганиях когда вы говорите нет вопросов <соцентричный голос> да <соцентричный голос> угу. Да. Могу повторить, если меня не услышали. Давайте. Как вы настраиваете себя перед трудными переговорами, перед со сложным человеком для того, чтобы был успех в конце? Угу. Замечательный вопрос, потому что от настроя, вот вы прям в корень. Зрите, от настроя вообще зависит исход ситуации. Буквально месяц назад у нас были очень сложные переговоры в казино. Клиент проиграл завод. И нужно было его передавать. Я в системе перег... в команде переговорщиков была, которые забирают завод. С хорошим настроением на это мероприятие идти нельзя, потому что когда проигрывают все веселые, а когда нужно отдавать, у всех семьи появляются и все остальное плачущие жены, дети, свекрови и тещи. Но у меня была личная цель. Личная цель в этих переговорах была такая: моему клиенту плюс-минус один завод не сыграл бы никакой роли. Поэтому я подумала, нужно сделать так, чтобы эти переговоры были не агрессивными. Не агрессивными. И для того, чтобы выступить хорошо везде, здесь, на переговорах или еще где-то, для меня очень важно подготовиться. Я должна знать все подноготную. Чтобы если вдруг что-то произойдет, я ну, разберусь на месте уже. Но все остальное я должна знать. Он не, мы не забрали весь завод, мы забрали часть, потому что этим заводом нужно было управлять кому-то. Я объяснила так, что пусть он в работе, он в деле, пусть ему останется большая часть, а у тебя будут твои инвестиции. Вот на этом мы разошлись. Благодарность я получила со всех сторон, конечно же, но я не люблю такие истории. Я не люблю такие истории. Это вообще не моя стезя в конфликтологии быть. Потому что вы видите, что я человек обволакивающий. Я люблю обнимать и телом, и голосом. И, но бывают моменты, когда людей нужно отрезвить. Поэтому и настройка моя очень-очень замечательная. Я сибирячка, но живу в Сочи, как водится, да, понаехавшая. Вот. И море, конечно, вся текущая вода очень хорошо прочищает сознание. Всем абсолютно, не только мне шум воды если вы умеете сконцентрироваться только на шуме отключить детей а еще мне помогает музыка я очень люблю петь громко в машине чтобы никто не слышал просто в пробке мы поем все хором поэтому у каждого свои какие-то настройки есть это кстати интересно в одной компании я проводила этот опрос про эмоциональный интеллект я рассказывала и в компании больше всего знаете какая настройка была но вот тут все взрослые все приводили себя в чувство с сексом 83% компания занимается продажами, не недвижимости. Крупными продажами международная компания. Поэтому, видите, тут кто во что гораздо. Главное не алкоголь и не грибокурение. Почему? Потому что это очень короткий эффект и очень большие потери. Поэтому умейте справляться с собой сами, без допинга. Это очень важно. Давайте еще вопрос. Мужчина мне махал с задних рядов. Да, Пожалуйста. А давайте. Да. Именно запись. Да. Нужно говорить, нужно цеплять внимание. Это очень хороший вопрос. Нужно цеплять внимание, потому что когда очень много выбора, вы должны чем-то отличаться. Кто-то отличается интересными фактами. про Я на многих риэлторов подписана в городе Сочи, с кем работаю. И подписана только на тех, которые мне нравятся. Вот смотрите, на что у меня, человека, не относящегося к вашей профессии, залипает глаз. Когда человек ведет репортаж с места стройки, с места событий, это очень интересно. Для человека, не вовлеченного в вашу профессию, опять же. Да? То есть я не, не ваша, я с вами работаю. Могу дополнить, коллеги, потом, как ваши. Да, вы продолжите. Второй момент: а с вами еще интереснее то, что вы в процессе находитесь. Второй момент: мне интересно, когда рассказывают: вот в Сочи очень много переделывают здания, мне рассказывают какую-то историю. И я нехотя потом наблюдаю за этим человеком, потому что он мне без конца что-то интересное рассказывает. Помните, я говорила: расскажи мне, чтобы я не тратила свое время. Третье это не тараторить в сторис. Когда вы говорите очень быстро, я не хочу тратить на вас время, потому что я не понимаю, что вы говорите. Не потому что я тормозная, медленная, а потому что вы не заинтересованы в общении со мной. Вам нужно все. Все, я перелистнула, поговорю с тем, кто рассказывает интересно. Я подписана на одну замечательную девушку-брокера из Екатеринбурга, и она рассказывает через свои своих клиентов, историю районов, историю города Екатеринбурга. И мне очень интересно. Интересно до такой степени, что когда она приезжала на жилищный конгресс в Москву в прошлом году, мы с ней отдельно встречались, и я ее познакомила с одним своим клиентом, учеником, который готовился к конгрессу. Ну, выступлению, в общем, у них там случилась коллаборация, вы абсолютно не знаете, где возьмете своих клиентов 100%. Поэтому быть в процессе это всегда вам поможет. Ну, и еще очень важный момент: снимать себя правильно это тоже очень важно. Потому что когда вы снимаете себя, я вижу ваши потрясающие ноздри и зону второго подбородка это, конечно, интересно, но не завораживает. Или когда вы снимаетесь в темноте. Да? То есть откуда звук? Что за звук? Что за голос? Это тоже страшно. Это смешно, вот, ну реально это смешно, но зачастую это самые такие противные ошибки, которые нас сбивают. Ирина, продолжите, пожалуйста, ответ, если вы можете. Да-да-да-да. Относительно риэлторов, коллеги, вот здорово, Наталья сказала про цель. Цель какая, ведение социальных сетей? да, привлечение новых покупателей. И для того, чтобы вести социальные сети с удовольствием, вот моя личная рекомендация, можете воспользоваться, можете не воспользоваться. Каждый год у нас начинается с планирования. Ну, в каком-то мы это делаем месяце, или в день рождения, или в Новый год. Когда-то вы это делаете. Вот социальные сети для того, чтобы найти клиентов, но для того, чтобы вам все-таки было интересно их вести, кто начинает или кто хочет продолжать их вести, я рекомендую, ну и сама так делаю, как, знаете, как использовать как копилку ваших достижений. Потому что каждый день вы делаете какой-то пост для того, чтобы рассказать вашей аудитории, и цель такая, чтобы привлечь новых клиентов. Поэтому первое – это… Вот сейчас то, что вы сказали, Наталья, по поводу правильно себя снимать. Ну, есть определенная тряпочка, она у вас лежит в сумке, вы протерли угу. камеру, сняли себя. 15 минут или 1 минута. Что снимать? Это про работу, вот то, что сейчас сказала Наталья, быть в контексте, чтобы ваши потенциальные покупатели или продавцы, с кем вы работаете, видели вашу экспертность. 40% про работу. У вас наверняка столько историй у каждого, что когда прочитаешь, что вы сделали, сколько вы сэкономили денег, это хочется к вам обратиться. 40% про саморазвитие. Вот сейчас сделали селфи на фоне Натальи, на фоне меня, на фоне друг друга и пишите. На Всероссийском жилищном конгрессе повышаю компетенцию. То есть это говорит вашим потенциальным покупателям, клиентам о том, что вы, соответственно, развиваетесь. Ну и 15% это про продажи, и 5% это про личную жизнь, про себя, немного. Не обязательно всех голеньких на кухне выставлять, вот я и моя семья, да, а показать, что вы любите, занимаетесь спортом, там ежедневные вот эти вот сторисы. То есть и сторисы ежедневно вести, зачем 5-8? Для того, чтобы ваши покупатели или продавцы, ваши клиенты знали о том, что к вам можно обратиться, потому что вы всегда делаете что-то, каждый день у вас рабочая деятельность идет. А бывает так, знаете, как что… В эконом-сегменте люди я сейчас буквально закончу, да? Я думаю, что на самом деле я не буду дальше уже продолжать. Достаточно. Спасибо вам большое за вопросы. Наталья, великолепное выступление. Спасибо, Спасибо большое. Максим, многие ждут вашего выступления, Максим, да. бизнес тренер, основатель школы системного бизнеса, Москва. Вам нужно надеть петличку, пожалуйста, подойдите, пожалуйста. А я пока озвучу вашу тему: от презентации объекта до заботы о клиенте. Как правильно установить контакт и выявить потребность. Потрясающе, что мы друг друга все дополняем сегодня в нашей секции. Но не стесняйтесь задавать вопросы, в этом будет ваша сила. вот возьмите еще микрофон, чтобы еще громче было. Супер, вот с таким я люблю. Я сейчас чувствую, знаете, себя свадебным ведущим, таким Филиппом Киркоровым, который сейчас будет петь. Хорошо, все, мы можем стартовать, у нас там все работает. Да? Супер, отлично. Хорошо, друзья, всем привет. Я очень рад здесь присутствовать. Сразу начну, я очень контентный спикер, и информации будет много, успевайте фиксировать. Вот сейчас на экране, возможно, узнали себя, возможно, узнали своих клиентов, которым вы иногда звоните. Если есть такое дело, если серьезно, то это скептическая рысь, которая живет у нас у взрослых людей, и она мешает нам, взрослым людям, обучаться. Но знаете, она такая сидит внутри и говорит, слушай, да мы уже это слышали, мы знаем, мы это пробовали, у нас так не работает, в нашем в регионе продаж делается по-другому, в Сочи по одному, в Краснодаре по третьему, в Питере по пятому. Но проблемка такая, эта рысь она не дает нам двигаться. У нас проблема у взрослых людей, знаете какая? мы все в принципе знаем, что нужно делать. Вот если сейчас с каждым из вас сесть и разобрать подробный план, как вам выйти там, на пару миллионов продаж в месяц да, комиссии, то я думаю, что на 90% этот план вы составите. Проблема в том, что мы знаем, но ни черта не делаем. Поэтому скептическую рысь убирайте. Можно еще не внедрять все, что мы будем с вами разбирать. Уильям Деминг сказал об этом еще 50 лет. Выживание не является обязанностью, поэтому можно ничего в жизни не применять и не менять. И я в своей я хотел бы, знаете, как начать? С такого, может быть, нестандартного вопроса, казалось бы, как он связан с продажами, с недвижимостью. Вот, а до скольки вы планируете прожить? Такой вот у меня вопрос. До скольки? Да, у кого-то разные цифры, у кого-то 90. Кто-то верит, верит в том, что будут технологии и до 300 до да, бодрячком. Но я, знаете, как думаю, мне вот 37, я думаю, что активной моей энергии будет лет ну, там, до 55. Одна треть у меня уйдет на сон, Примерно 300-400 недель идут там на пробки, рутину, еще какую-то вещь. Если вы красивая девушка, а здесь очень много сегодня красивых девушек, то времени уйдет чуть-чуть побольше, надо же еще себя в порядок привести, накраситься. Вот. И вопрос, сколько останется чистых недель. И вот в моем случае 350 это много или мало? это очень мало. И, и каждый у вас плюс-минус. Кто-то у кого постарше, недель поменьше. У кого кто помладше, у вас есть фора, недель побольше. Фишка в чем? Почему я об этом говорю сейчас? Потому что мы каждый раз, знаете, как с вами думаем? Вот сейчас я вот на форум приехал, я сейчас вот из инструментов соберусь, и как начну делать? Вот придет время, я начну. Но фишка какая, что время не приходит. Оно только уходит, и каждый раз мы упускаем свои возможности. Потому что, знаете, как-то мне сказал один человек, какую фразу «моложе, чем сегодня мы уже не когда не будем. Поэтому вот это моя как бы мой вопрос или моя цель, моя задача для вас сегодня вот, потому что мы как вот этот мужик думаем, что знаете, если мы глаза закроем, зажмурим как-то вот так, и оно все само собой в жизни рассосется. Нет, не рассосется. Вот если бы можно было задать вопрос вот про что ваша жизнь, чем вы планируете вот эти там 350 недель наполнить, потому что вы общаетесь с клиентом, вы звоните, вы делаете огромное количество работы. И если все равно в конце итог у всех будет одинаковый? Ну, я еще не знаю ни одного человека, который бы выжил в этой игре, да, все из нее жил, никто еще не выбирался, то почему бы не наполнить вот эти 350 недель какими-то крутыми результатами, не осматриваясь назад? И вот этот вопрос, про что моя жизнь, вот если бы можно было представить, что ваша жизнь какой-то фильм какой бы это жанр был, что это, боевик, комедия, драма, что там происходит, и как бы он назывался. Это важно, друзья, потому что это то, чем вы наполняете вот эти 350 недель. Ваша работа, ваши клиенты, это то, что вы туда вкладываете, давайте оттуда забирать максимальные результаты. Я не буду долго рассказывать про себя, просто пару слов, почему я точно могу говорить про недвижимость. Я уже порядка 7 лет выстраиваю отделы продаж в разных компаниях, и если говорить про недвижку, это где-то порядка больше 50 агентств недвижимости, где мы построили отделы отделы продаж, больше 20 строительных компаний. Я сам работал как коммерческий директор строительной компании в Краснодаре. Под моим руководством компания стала самой крупной строительной компанией в России. Я пришел, компания делала 25 продаж домов в месяц и 200 миллионов оборот. Когда я уходил, компания делала 1 миллиард 400 в месяц и продавала примерно 300 домов. Поэтому немножечко в недвижечке я соображаю. Плюс у меня было агентство недвижимости, которое продал и она продолжает развиваться, порядка 80 человек в нем работает. Я вам обязательно подарю сегодня книгу, но как правильный спикер я вам не скажу сейчас, как ее получить, я скажу об этом в конце, чтобы, знаете, вы так слушали с интригой. Вот. Главная формула, главная формула, по которой мы создаем результаты. И в бизнесе, и в жизни одинаково. Ее еще когда-то придумал Сократ. Сократа знаете? Здесь в Сочи на Мамайке живет, да, недалеко. Но нет, это другой сократ. Значит, формула бытия, быть делать иметь. У нас есть какие-то знания, как устроена какая-то сфера нашей жизни. Как звонить клиентам, как с ними встречаться, как проводить показы, да, как делать бронь, как выставлять объявления. Ну, то есть у нас эти знания откуда-то сформировались. Откуда? Хрен его знает откуда, да? Как-то что-то прилипло, да? Коллеги рассказали, на тренинг сходил, на форум приехал. И вот исходя из того, что у меня есть в голове, я каждый день в офис прихожу и что-то делаю, правильно? Телефон, звоню, встречаюсь с клиентами, делаю показы там и так далее, отправляю подборки. И вот исходя из моих вот этих ежедневных действий, это формирует мои какие-то привычки, мои компетенции. И исходя из моих ежедневных деланий, я получаю какой-то результат. И вот смотрите, фишка какая. Как понять, что мои знания, конкретно там в продажах, в недвижке, они классные? Как? Да, смотрите, вы очень правильно мыслите. Результаты никогда не врут. Знаете, в Израиле говорят, если ты такой умный, что ты такой бедный. Ты смотришь на свои цифры, сколько комиссий зашло в месяц. Если цифры тебя не устраивают, что ты не то делаешь. Если ты смотришь на свой баланс в кошельке и понимаешь, что цифра какая-то не очень такая приятная, это значит, что у тебя либо затык в знаниях, либо в каких-то твоих компетенциях. И поэтому моя задача сегодня поделиться определенными знаниями, потому что, смотрите, друзья, многие сейчас стонут на рынке и говорят о том, что, слушайте, там ключевые ставки выросли, все плохо, доллар растет, там падает, там кризис, пандемия, СВО. Ну, короче, в каждый год есть какие-то трогательные истории, которые я обычно слышу от агентов, когда мы работаем. Но фишка в чем, смотрите, есть то, как вы делаете сейчас, вот видите, текущий потенциал вашего бизнеса или вас. И есть то, сколько вы можете делать, и даже если рынок схлопывается, то будем объективными, благодаря высоким ставкам, чуть-чуть продажи просели, это факт. Да? Но даже когда они проседают, я-то сейчас свою работу не на 100% делал, понимаете? И поэтому, я, если я чуть-чуть добавлю к этим компетенциям, я смогу забирать с рынка гораздо больше. Это очень важное правило. Потому что, смотрите, в рынке сейчас, знаете, сколько агентств недвижимости, ну, например, в Краснодаре. Я открываю два гейс, смотрю, это только зарегистрированных, да, там почти 2000. 2000 это, не считая, там, частных агентов и так далее. То есть, и если эти агентства живут, какие-то продажи делают, значит клиенты к ним идут. То есть они идут не ко мне, а к ним. Получается, что деньги есть. Понимаешь, это чтобы вы просто не жили в таком неком внутреннем обмане. И проблемки какие? Мы прямо сейчас с вами э, разберем эти проблемы. Значит, 99,9% агентств недвижимости и строительные компании свои продажи, диалоги строят суперстандартно. Вот, кстати, мне, чтобы понимать, вот кто агент, да, или продавец у застройщика? Вот. А остальные? Сами застройщики и собственники? Да? Сам, сам себе застройщик? Или? Кем вы работаете? Вы агент-продавец или, да, вот кто агент-продавец? Супер. А те, кто не поднял, вы собственники компаний или нет? Руководители отдела продаж. Тоже нет. Остальные что? Просто пришли поставить но тоже хорошо. Окей, okay, просто мы очень хорошо, что большинство агенты, потому что смотрите, ребят, мы общаемся супер одинаково, мы общаемся стандартно. Что значит стандарта? Мы говорим как все, мы не выделяемся, мы делаем одинаково плохо. Ну, потому что мы послушали, как делают другие, мы же как учимся, мы же повторяем за другими, а и другие тоже делают не очень хорошо. Потому что смотрите, когда клиент хочет приобрести любой объект недвижимости, квартиру, дом, не знаю, коммерцию, он же не делает это так, зашел в интернет, такой в первую попавшуюся компанию купить там квартиру в Омске или там в Сочи или неважно где. Я такой, о, первая компания, которая попалась, буду там покупать. Они же так не делают. Мне хотелось бы, да, мы бы были на первом месте, был бы не по. Нет, он оставляет заявку там в 2, в 3, в 4, в пять компаний, он заходит на Авито, он заходит на Циан, Ну, то есть он как-то сечет этот интернет, и вот он поставлял заявки, и фишка в чем? Когда я хочу воспользоваться услугами агента, или если мы продаем застройщика, когда я хочу выбрать какой-то определенного застройщика жилищный комплекс. Ведь у вас же, как у клиента, кто покупал квартиру, у вас же такой же вопрос в голове. А чем вы отличаетесь? Почему я должен деньги оставить вам или пойти с вами работать? А, например, не с вами. Или, может, все-таки с вами. Или, может быть, с девушкой, которая рядом. Да? То есть вы, как клиент, думаете, почему вы отличаетесь? И фишка в чем? хорошо, если вы перезваниваете, когда мы вам оставляем заявки, мы об этом поговорим. Но вот, допустим, звонит две компании. Или клиент звонит, такой, вау, а чем вы отличаетесь? И компания А говорит, слушайте, ну у нас первоклассные специалисты, мы работаем со всеми застройщиками в нашем городе, у нас там, не знаю, сделки без комиссии, и что мы еще любим говорить? Ну что-то еще, что мы суперпрофессионалы, 10 лет на рынке, да, звоним во вторую компанию, говорим, а у вас что, а они что говорят, нет же такого, знаете, у нас агенты так себе, честно говоря, зато у нас застройщики супер проверенные, никто так не говорит, все говорят одинаково, у нас классные продавцы, проверенные застройщики, мы даем гарантию и бла-бла-бла. И получается, если я позвонил в 3, в 4, в 5 компаний, и все говорят одно и то же, вопрос, как выбирать? У меня координат нет выбора, понимаете? я как будто бы, вот люди разговаривают, а мне как будто бы просто даже голос как будто не меняется. Ну, как будто бы все одно и то же. И поэтому, когда мы ведем клиента к застройщику или выбираем какой-то объект, у него тоже, мы же то же самое делаем, мы говорим, какой классный объект, качественный застройщик всегда достраивает срок, бла-бла-бла. Идем к другому и говорим все ровно то же самое. И когда у клиента нет координат, это вот представьте, как в этой газете нужно было бы уголь выбрать. Ну ты, ты не понимаешь, как бы какой выбирать. И, и, вы, и вы же как клиент понимаете, что если разницы нет, то я всегда буду выбирать там, где дешевле, потому что помните рекламу Дося? Помните? Если не видно разницы, то зачем платить больше? И поэтому вот здесь вот есть сложность такая большая. И почему? Потому что мы не создаем ценности компании, не создаем ценности ЖК, не создаем ценности застройщика, не создаем ценности себя. Почему, почему со мной это нужно работать? Потому что вот если вы посмотрите на две картины, одну нарисовал мальчик 7 лет, а вторую нарисовал взрослый мужик. И эту картину продали в Нью-Йорке за 16 миллионов долларов. Как вы думаете, какую картину нарисовал мальчик? Правильно. Да, вот ту прикольную нарисовал ребенок, а вот эту вот странную картину нарисовал взрослый мужик и 16 лямов. Вопрос, в какой момент кусок бумаги, ну давайте холста, стал стоить 16 миллионов долларов. Почему? Почему кто-то за кусок бумаги с красками, и я даже там это не краски, я не знаю, что это, фломастерами раскалякал, 16 миллионов. Почему? Ценность. Да, супер, какая-то ценность в этом есть. То есть в какой-то момент, а что такое ценность? Ценность – это выгода. То есть в какой-то момент человек почувствовал, что выгоду, которую я получу от покупки этой картины, я, она стоит 16 миллионов. Потому что, смотрите, друзья, есть цена, это сколько это стоит? А есть ценность, это то, что я получаю за то, что я плачу, понимаете? И вот наша ключевая задача, нужно уметь генерировать ценность для клиента. Я хочу, чтобы вы это сфотографировали, потому что, друзья, ценность ⁇ это то, как клиент воспринимает полученные им личные выгоды в обмен на время, деньги, эмоции, которые он тратит с вашей компанией. Личные выгоды. Потому что знаете, что вы делаете, когда вы рассказываете про жилищный комплекс или про себя? Вот как вы презентуете? Вы в компании работаете или вы частный агент? В компании? А как вы презентуете? Что за компания? Оникс недвижимость. Вот если я вам позвоню, и ну, как бы мы начнем диалог, и вы начнете рассказывать, например, пока что про компанию. Вот буквально три тезиса. Вот что бы вы сказали о компании? Топ-5 компаний недвижимости в Сочи. Небольшое агентство, которое уделяет максимальное количество времени каждому своему клиенту. Грамотное руководство. Супер. Грамотное руководство топ-5 в Сочи. Кстати, в Сочи у меня есть мой хороший клиент, элитный Сочи. Я уже с ними лет 6 работаю. Как будто бы их прорекламировал, да? Нет, топ-5, Onyx, э, грамотное руководство и выделяем э, небольшое агентство, поэтому выделяем много времени. И теперь у меня вопрос, вот, смотри, это вот то, что сейчас происходит. Где в этом моя выгода? Смотрите, от того, что вы топ-5 на рынке, и что? От того, что у вас грамотное руководство, и что? Понимаете, моей выгоды нет. Вот в этом проблема, что смотрите, вот э, э, классно, что вы здесь. Потому что мы всегда любим говорить про себя, а не про клиентов. Мы говорим, мы классные, мы 10 лет на рынке, мы топ-5 компаний, у нас грамотное руководство, мы суперкрутые ребята. И когда сидит клиент или слушает по телефону вас, он такой думает, конечно, вы крутые, но что, блин, мне с этого? Вы знаете, я в строительной компании работал, у меня продавцы поначалу, пока я их еще не обучал, они такие говорят, у нас собственный карьер, у нас собственное производство э, типа шлакоблоков, у нас там своя, мы производим свой кирпич. Клиент думает, офигеть, какие вы крутые. Я понял, что у вашего собственника денег нормально. Да? Поэтому нужно учиться говорить про себя. Потому что если вы проведете, это ваше домашнее задание. Вот соберетесь с командами, неважно, если вы частный агент, ок, если у вас компания, тем более. Собираетесь и пишете этот вопрос. Почему у всех конкурентов клиент должен выбрать именно нас или именно меня, если я частный агент? И у вас вот это будет ахинея. Знаете, там топ-5 компаний, грамотное руководство. Вы, это, все, это все правильно, все окей. Вы пишете, а потом рядышком пишите слово «выгода» вверху. И пишите, а какие выгоды от этого клиенту? Не мы 10 лет на рынке, а над вашим, там, допустим, чтобы продать вашу квартиру, будет работать компания с 10-летним опытом. И тогда я понимаю, вау, мою проблему будут решать ребята, которые это уже делают 10 лет. Топ-5 на рынке, благодаря этому у нас есть, не знаю, там, база проверенных застройщиков, и вы точно можете убери, уверены там, и гарантированно, что вы получите именно то, что вы хотите за ту цену, которую мы обозначаем. Там, без фейков, трогательных историй. Понимаете, то есть пропишите выгоды, это супер важно, потому что не надо рассказывать, какие классные мы, какая у нас классная, хорошая компания, а как мы, как компания, конкретно помогаем вам. Никакие классные ЖК, квартиры там и так далее. А что конкретно они вам дадут? Что вы получите? Потому что ключевая фраза, когда клиент понимает, что он получает выгоду, когда вы ему прямо говорите. Вот как вас зовут? Виктория. Когда я буду говорить, Виктория, смотрите, вот благодаря тому, что этот комплекс находится возле моря, вы получаете. И начинаю перечислять возможность гулять у моря, там вид из окна, там природа. Ну, вот, вот это все вы получаете. И когда клиент будет думать, вау, я получаю, у него ценность формируется. Понимаете? Вот это очень важно в продажах. А еще важно добавить туда клиента ориентированности. Потому что честно, друзья, я оставляю огромное количество заявок, я постоянно мониторю интернет, но мне интересно, как общаются. Да? И ладно, одну свою боль я чуть попозже озвучу, самую больную. Но боль, что люди не клиентоориентированы. Они общаются так, как будто, знаете, вот ты звонишь, и ты, вот было бы у нас времени побольше, я прям бы вот несколько агентств прям позвонил. Прям, знаете, агентство, там, врага и копыта. Как будто он уже мне одолжение делает, что он трубку поднял, понимаете? А фишка в чем, друзья? Вот э, сейчас эра, э, когда э, вот было раньше B2C, там, B2B, да, а сейчас эра P 2 p то есть люди покупают у людей. И мне очень важно, как вы со мной общаетесь, я должен чувствовать внимание. Сейчас эра экономики внимания. Когда как будто бы вот как вас зовут. Вик... Такое ощущение, как бы Виктория. <laughs> а если, если так наугад, опять Виктория будет, да, это очень круто, Можешь желание загадать. Вот если Виктория должна почувствовать так, что как будто бы Виктория это единственный клиент, который мне сегодня позвонил за весь день, и как будто бы в целом моя вообще компания или я, как агент, работаю только для Виктории. Понимаете, вот эта экономика, когда она будет чувствовать это. Потому что на самом-то деле, друзья, почему важна клиентоориентированность? Два фактора. Я вам просто скажу два фактора, одну статистику. Вот, вот это мой любимый плакат. Я когда-то работал в компании Евросеть, может быть, я не знаю, есть какие-то, может быть, бывшие коллеги. Кстати, в Сочи я тоже работал, да? Вы тоже в Евросети работали. Супер. Почти 10 лет я там проработал, начинал стажером, закончил топ-менеджером компании. И у нас вот этот плакат, вы давно работали, знаете, этот плакат. Вот в 2006 году вот этот плакат заставляли развешивать на каждой торговой точке, и 38 тысяч сотрудников компании должны были подписаться под ним. Это означало, что мы, ну не в смысле, что мы так должны делать, это не прямое руководство, как нужно любить клиента, да, но что мы любим и понимаем, что клиент – наше все. И фишка в чем? Еще раз, две вещи, почему важна клиентоориентированность. Первое – это единственная возможная отстройка от конкурентов. Вас запомнят просто потому, что вы уже добрые. Понимаете, потому что вы меня любите. А второе, там, где низкий сервис, там всегда низкие зарплаты, и низкие прибыли. А второе то, что я вам говорил, статистика: да: 80% клиентов перестают работать с компанией из-за одного-двух людей, которые не умеют нормально общаться. Представляете, вкладываем деньги в маркетинг, выкладываем объявления на Авито, на ЦИАНИ, там контекст, таргет. А потом один-два человека или там в колл-центре нормально не пообщались, все такие, а где лиды? с кем работать, как общаться. Поэтому вот смотрите, я, конечно, уверен, что вы все книги не прочитаете, но, пожалуйста, вот если бы меня спросили одну, вот типа топ по клиентоориентированности, вот это крайне левое, обнимите своих клиентов, вот если хотя бы 20% вы внедрите из того, что там есть, вы увидите, как будут люди реагировать на ваши продажи. Это будет ну, топовый топ. Хорошо, едем дальше. Вот это моя боль. боль. Я еще, у меня сегодня много боли, я про все расскажу. Но, в общем, вот это моя очень больная боль. Не точек касания после покупки. Ладно, вы до покупки не касаетесь, но, блин, когда я уже купил, вот у меня было два опыта покупки с агентом, мы покупали вот последнюю нашу квартиру, э, до этого покупали квартиру с агентом, и вы знаете что? Я вот этого понять не могу. То есть до момента покупки агент меня любит. Звонит мне, Максим, как ваше настроение? Как вы? Как ваши дети? У меня двое маленьких близнецов. Может быть, за вами заехать? Может, чтобы вы не ехали сами, вот чтобы вам было удобно. А когда мы все уже подписываем сделку, идем в банк, значит, вносить первый взнос, он даже не звонит поздравить, понимаете? Он даже не звонит, говорит, ну что там, прошло что-то, вообще ничего. Это я вам рассказываю свой кейс. Окей, мы купили квартиру, она на котловане была. Что важно делать агенту? Важно управлять спокойствием. Знаете, есть такая штука управления спокойствием. Что это значит? Это когда я скупил квартиру на котловане, то вы мне каждый месяц присылаете, говорите, Максим, смотрите, уже залили фундамент. Максим, смотрите, уже три этажа возвели. Максим, смотрите, ничего еще не возвели, но точно возведу. Да? Ну, то есть вы Каждый месяц я должен быть спокоен. Представьте, прошло полгода, мы такие, слушай, а там наша вообще квартира как-то строится? Ну, супруга мне задает вопрос. Я такой, наверное, да. Пишу этому агенту смс-очку с подковыркой. Я пишу, спасибо, что поздравили с покупкой. Ну, поняли, да, как бы ему такой закидываю. Я говорю, хотелось бы узнать, на каком этапе вообще строительство. Гениальная фраза. Просто он пишет, добрый день, посмотрите на сайте. И ссылку на сайт занавес. На всякий случай просто скажу, что комплекс бизнес-класса и компания, которая там продает, позиционирует себя как даже не бизнес, prime, ну типа какое-то модное слово. В общем, друзья, пожалуйста, составьте точки касания с вашими клиентами, это супер важно. Поздравляйте их с днем рождения, напоминайте им о том, как строится, когда им нужно получить ключи, что на каком этапе происходит, что нужно сделать после того, как, я не знаю, там зарегистрировалась эта квартира, что нужно пойти там закладную в банке взять, забрать и так далее. Пожалуйста, коммуницируйте, потому что каждый раз, когда вообще со мной, во-первых, это лояльность, это доверие, и третье, вы должны, я должен вас запомнить. Вот вас как зовут? Да. Виктория? <связывая> Нет. <связывая> <связывая> Нет. <связывая> как? Екатерина, супер, вот тоже две Екатерины, тоже может желание. Тут, тут э, центр Виктории, здесь центр Екатерин. Я должен запомнить вас, Катерина, знаете почему? Смотрите, человек в голове запоминает 150 социальных связей, 150. И чтобы я, когда мне спросили, слушай, а вот квартиру надо купить или там, не знаю, помочь продать, у меня должна сразу в голове Екатерина всплывать. А как она у меня всплывет, если Катерина мне после продажи, например, не звонит никогда? А вот если она мне звонит, поздравляет с днем рождения, сообщает о том, об этом, говорит: слушайте, а вот вы вот еще появились предложения, то тогда я, ага, Катерина, я могу ее рекомендовать, а если мне что-то нужно кому-то еще раз купить, то я опять к Катерине при приду. Понимаете, таким образом я начинаю формировать то, что вы называете сарафанным радио. И потом сарафанное радио начинает работать на меня, потому что нормальная работа агента, когда через год-полтора мне не нужны входящие лиды. Вы так делаете, да? Бонус, о, приведи друга, все, уже хорошо. В общем, пожалуйста, вот запомните, продажи это самое важное, на чем нужно фокусироваться. Нет продаж, как это, нет, 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 нет ручек, нет мультика, знаете, анекдот такой. Вот продажи то же самое. Давайте чуть-чуть про продажи. Времени не так много, а информации очень много. Вот как, неважно, вы агент, вы руководитель агентства, может быть, собственник. Вот как увеличить продажи? Какие есть четыре показателя, на которые мне нужно повлиять, чтобы завтра мои продажи начали расти? Потому что, знаете, цикл там, чтобы было больше продаж, надо больше продавать. Спасибо, капитан. Ну вот, а что конкретно, на что повлиять надо? На что? На, продажу надо повлиять, получается, да? Как знаете, это видео, тут есть такой Карена Макарена в Сочи, такой живет смешной парень, он такой говорит, чтобы в чем-то, если вы в чем-то не разбираетесь, начните в этом разбираться, и вы разберетесь. Чтобы больше продавать, вы просто начните это делать, да? Давай... Вороночка, да, все правильно. Давайте вот точно, чтобы у нас вы сегодня вышли отсюда профессионалами своего дела. Смотрите, есть четыре, неважно, вы маркетолог, продавец, собственник агентства или собственник строительной компании, коммерческий директор, директор по продажам, вообще неважно, на любом уровне четыре показателя, на которые нужно влиять. Первый показатель лиды. Мне нужно сделать так, чтобы входящих обращений для меня было больше. Или я работаю в агентстве, значит, мне нужно больше брать заявок. Первый самый вот такой простой способ. Здесь влияет что? Лидогенерация, маркетинг, реклама, пиар. Да? То есть все, что это очень дорого, я сразу говорю. Да? Лиды это всегда дорого. Второй показатель конверсии это что? Конверсия это экспертность, но нет. Конверсия это сколько из тех, что ко мне обратились, или я взял заявок, сколько из них в итоге купили. Смотрите, на конверсию всегда их много инструментов, я поделюсь с вами сегодня, их будет большое количество, но два ключевых инструмента, которые влияют на конверсию. Первое, моя экспертность, насколько я разбираюсь в рынке, насколько я разбираюсь в застройщиках, из чего строится, не знаю, в уровень промерзаемости почвы, вот насколько я понимаю это, это первое. А второе, насколько я умею продавать. Потому что, смотрите, если я хороший эксперт, но не умею продавать, я просто классный консультант. знаете, рассказал, и клиент пошел, купил с другим агентом, а потом звонит, говорит, мы уже купили, спасибо, что классно рассказали. А если я не, ну, как бы хорошо знаю, но, точнее так, хорошо умею продавать, но не знаю, что я продаю, то я впариваю. Там тоже всегда будет низкая конверсия. Поэтому второй показатель – конверсии. Третий показатель – средний чек или средняя комиссия в нашем случае. Да, как повлиять на средний чек? Агенту как повлиять? Нет, смотрите, ну, нет, вот правильно, кто-то сказал про ценность. Смотрите, я либо продаю дороже, клиент хотел купить квартиру за 10, я продал ему за 15. Я могу это сделать только в случае, если я могу ценность создать. И второй момент, если клиент покупает квартиру, а я к квартире продал кладовку, парковку, там не знаю, системный дом, ремонт, страховку, что мы там еще можем продать? Да куча всего. Вот это влияет на комиссию. Либо третий параметр, я выбираю застройщиков, которые платят высокий процент. Это тоже то, что влияет. Все, три ключевых момента, как больше заработать, чтобы моих денег было больше. И последнее – это транзакции, повторные покупки. То, про что мы вот с Катериной говорили, что звоните, напоминайте, сообщайте, говорите, что можно значит, получить за рекомендацию денежек, 1020-30 вы платите, да, за рекомендацию, как будто бы, видите, как будто мы с вами уже работали. Хорошо, смотрите, у меня есть 400 инструментов, 400, как влиять на каждый показатель. Вот вы скажете, Макс, как забрать? А я вам как настоящий еврей скажу вот так, смотрите, вы сканируете QR-код, сканируете QR-код, и вам придет, зарегистрируйтесь, и вам помощница, либо автоматом пришлет, придет ссылочка, да, на то, чтобы это сделать. Давайте я пока глотну воды, а вы сосканируйте. Насколько мне правильно показывает 12 минут еще? Да? Хорошо. Есть, получилось. Хорошо, едем дальше. Едем дальше. Самая простая, вот про воронку кто-то говорил, давайте теперь с воронкой разберемся. Вот здесь самый простой способ. Вот, допустим, денег на маркетинг нет. Лидов я не могу больше добавлять. Но как я могу увеличить продажи в три раза? Я прямо сейчас вам дам кейс конкретного агента, с которым мы работали, и благодаря вот этим простым действиям увеличили продажи в три раза. Вот смотрите. А давайте я сейчас только спрошу быстро, что такое воронка продаж, чтобы мы на одном языке. Воронка продаж – это… Это состояние. <laughs> воронка, сейчас это очень модная тема в нельзя грамме, знаете, состояние решает все. Нет, состояние это правда определяет. Да, ну, то есть давайте еще раз. Воронка продаж это этапы, через которые мне нужно пройти с клиентом для того, чтобы он у меня купил. То есть мне нужно, вот знаете, как я всегда простым языком объясняю, вот, не знаю, мужчине нужно срочно жениться, и вот воронка продаж это что? Он должен подойти к 100 девушкам, пригласить их на свидание. Из 100 девушек 80 пошлют его нахрен, правильно? 20 скажешь, ну, в принципе, давай, вроде симпатичный. Из 20 он сходит на свидание, 5 свиданий закончатся продолжением. И из 5 продолжений, возможно, вдруг одна скажет, что давай жениться. Вот, то есть конверсия из 101, 1%. Да? Но у нас в недвижке чуть по-другому. Точнее так, у нас в недвижке вообще не по-другому, потому что вот очень важно, по-моему, вы как раз говорили про это, что мы в продажах выступаем в роли мужчины, даже если вы девушка, вы в продажах мужчина, потому что представьте, что вы строите отношения с женщиной, и ваша ключевая задача в конце не просто переспать, а жениться на ней, потому что если просто переспать, можно к ста подходить, предлагать, и может быть там, одна согласится, а мне нужно жениться с каждым клиентом, поэтому ваша воронка выглядит так, вы кто-то оставляет заявку, вы потом клиенту на эту заявку с ним общаетесь, отправляете какую-то подборку, правильно? Так примерно происходит. После подборки у вас встреча, показ, да, и после показа продажа. Это такая упрощенная модель. Воронка чуть пошире, но она упрощенная. Вот конкретный вам пример одного из агентов. Получил 300 заявок, с конверсией 40 из 300 120 ну, такие согласились, говорит, пришлите, давайте посмотрим, что вы там можете предложить. Он отправил 120 подборку с конверсией 35%, 42, говорит, ну что, надо встречаться, смотреть, да. Из 42, с кем повстречались, посмотрели, 6 купили у вас примерно плюс-минус то же самое. Да? Примерно даже цифры, возможно, я попал. Комиссия 200 тысяч, вот миллион 200 000 человек заработал. Теперь смотрите, как можно, повлияв на каждый из этапов, увеличить в три раза продажи. Конкретный кейс конкретного агента. Смотрите, вот это пять основных точек слива, где вы сливаете свои деньги. Мы прям по каждой сейчас поговорим. Время ответа на заявку, кэф, напоминание, правильный киллер-офер и правильная отработка возражений. Вот смотрите, так, верну назад, прям даже сейчас задам вам вопрос. Вот если я ставлю заявку сейчас у вас на сайте вашего агентства, например, Onyx, как быстро мне перезвонят? 15 минут? Больше? Меньше? Я, жалко, у нас времени мало. Я вам честно скажу, за 7 лет своей практики я не встречал ни одну компанию, которая перезвонила в течение 5 минут. Ни одну. Я прям, если бы спорил с людьми, я бы, наверное, уже просто за счет этого мог стать долларом миллионером просто потому что никто не перезвонит в течение 5 минут. Я прям вот хотел бы проверить, мы прям вот мне интересно будет, я ставлю. Ни разу, за 7 лет, ни разу, коллеги, вот ни разу. Вот если вы сделаете так, что вы будете звонить в течение 5 минут, то важно понимать, смотрите, у человека самая высокая конверсия в течение первых пяти минут. Если я ставил заявку в 6 вечера, в 9 вечера, в 8 утра, это значит, я сейчас психологически готов к диалогу с вами. Понимаете? Я знаю, что вы не будете продавать, я сейчас готов. Второй важный момент: что после часа, если вы звоните через час, конверсия снизается на 60% а на следующий день она стремится к нулю. Вот из моей практики большинство компаний либо вообще не перезвонят, либо перезвонит на следующий день. Когда я уже, там, не знаю, с Катериной или с Викторией поехал, уже купил. А вы оставляли заявку? Да, мы уже купили квартиру, спасибо, что позвонили через неделю. Поэтому смотрите, друзья, давайте просто статистика. 80% клиентов работают с той компанией, которая первая позвонила и адекватно пообщалась. Я не говорю классно, я не говорю суперсервисно, просто адекватно. Сделайте так, чтобы ваш звонок был в течение 5 минут. Вот мы в этой, с этим агентом добились того, что он заявки отрабатывает в течение 5 минут. Смотрите, конверсии 40% всего на 30% выросла, только на одном этапе. И он уже вместо 170-210 предложений стал отправлять, 210 подборок. И только за счет этого посмотрите, насколько выросло количество продаж. Видите, было 6, стало 11. 2,2 миллиона комиссий стал делать. Но это не все. Дальше мы начали работать с предложением. Мы стали делать так, чтобы не просто с предложением, а стали закрывать на КЭФ. Что такое КЭФ, вопрос к вам. Супер. Вот уже люди знают. Это приятно. Ключевой. А что в недвижимости является ключевым этапом воронки? Здесь уже сложнее, да? Так. Что давайте, хорошо, давайте по порядку, вам так будет проще, я понял. Ну, показ, кто-то говорит сделка, кто-то... Кто-то говорит задата, кто-то говорит подборка. Смотрите, кэф, вы правильно сказали, это ключевой элемент воронки, то есть этап, после которого вероятность продажи очень сильно с клиентом вырастает. Вот смотрите, если мы возьмем автосалон, я вам дам простой пример, и вы поймете. Кто-нибудь когда нибудь машину покупал в автосалоне? Есть такое? Вот когда я звоню, оставляю заявку. Вот это странно же мне, что если агент, который продает машины, будет сразу мне по телефону говорить, слушайте, такой классный Мерседес, вы бы его видели, а руль какой, М -м, а ездит как. Но большинство из нас… В недвижке, знаете, что делает? Продает по телефону мне квартиру. А мне по телефону не надо квартиру продавать. Мне что надо продавать-то? Встречу. То есть, чтобы я в автосалоне захотел купить машину, не рассказывайте мне про машину. Рассказывайте мне про тест-драйв. Пригласите меня на тест-драйв. Не рассказывайте, какой классный объект, а какой классный кто. Какой классный я. Ну да. Какая классная будет у нас встреча. Зачем вам нужно прийти ко мне на тест-драйв? Вы должны продавать тест-драйв. Когда я слушаю звонки агентов, они продают квартиры, а нужно продавать встречи. Объяснить клиенту, почему нужно прийти на встречу. И тогда все вырастает. Давайте вот прям коротенький алгоритм у вас... Что нужно, чтобы у вас точно состоялась встреча? Ну, понятно, инициатива, нужно пригласить, нужно рассказать, ну что конкретно говорить? Да? Давайте прям коротенький такой у вас будет, пусть мини-скрипт. Да? А, Игорь, смотрите, я как раз сейчас на объекте и могу показать вам его по видео. Скажите, удобно, если прям сейчас зум вам позвоню? Ну вот кто из Сочи, у вас там дистанционных много подраж. Я вообще скажу, что во всех агентствах, где мы внедряем а, не встречу в офисе, потому что многие агентства, как, вот кто работает, что приглашает клиентов в офис? а потом с офиса на показ. Вот смотрите, мы когда этот этап, этап убираем, а делаем сразу встречу по Zoom, конверсия X2 сразу. Потому что клиент не хочет ехать в офис, он не хочет тратить время, он уже сталкивался с некачественными агентами, которые его обманули. И он такой, да блин, ехать в офис, да давайте пришлите мне на телефон подборку. Ты присылаешь, а он потом трубки не берет. Ну, есть же такое? Нет, сразу по видео. Слушайте, Виктория, а буквально давайте 5 минут есть у вас, давайте прямо сейчас я вот включу видео, мы с вами сразу все посмотрим, сразу выберем нужную квартиру и так далее. Окей? То есть сразу закрывайте. Светлана, все именно интереснее поэтому... и интереснее, Максим. Да? Пять минут. Пять минут. Да. Как в той песне. Пять минут у нас. Осталось. Отлично. Успеваем. Светлана, именно поэтому предлагаю встретиться лично, чтобы обсудить все детали по комплексу или по квартире. Скажите, вам удобно завтра в первой половине дня или во второй? Слушайте, Николай, что что этим вообще мешает в принципе нам прямо сейчас встретиться с вами там в офисе или на объекте и все вместе посмотреть? Ну или, например, Игорь, именно поэтому я предлагаю встретиться. Вот три причины есть, почему нужно со мной встретиться. Смотрите, первое, вживую или там в Zoom обсудить нюансы быстрее, чем по переписке? Согласны? Согласен. Во-вторых, значит, легче достигнуть понимания. И смотрите, третье, очень важно, мы познакомимся. Согласитесь, очень важно понимать, с кем вы будете покупать свою будущую квартиру. И все, и закрываем на встречу. Нин, согласитесь, встреча ни к чему не обязывает. Но так удобнее нам будет подобрать вам квартиру, познакомиться с комплексами, вы узнаете, какие есть интересные варианты. В любом случае одни только плюсы. Давайте. И Нина думает, ну блин, если одни плюсы, так что не встретится. Поэтому смотрите, вот с этим поработали, что увидели у агента, чуть-чуть прибавили, верну назад, чуть-чуть прибавили, и уже 80, вместо 78, уже 81 встреча, и уже вместо 11, уже 12 продаж, и уже комиссия 2,4 миллиона. Что мы еще сделали? Напоминания правильно отправляли. Потому что если мы в понедельник договорились с клиентом на просмотр в субботу, в большинстве случаев, знаете что вы делаете? В субботу вечером пишем, Максим, у нас все в силе. Такой вопрос же. А на вопрос ⁇ Все в силе ⁇ во-первых, я отвечу, что нет, потому что это вопрос, который сразу сливает. А во-вторых, почему вы со мной до субботы вообще не коммуницировали? Вот что вам нужно делать? Сразу после звонка, сразу после диалога отправляйте визиточку, пишите, Максим, мы с вами договорились о том, что будет в субботу показ, меня зовут там, не знаю, Виктория, та, та 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 В среду мне позвонили, говорите, слушайте, Максим, как раз вспомнила про вас, вот в комплекс, в который мы поедем, есть еще одна классная планировка, или там появилось классное предложение от застройщика. Кстати, может быть, у вас вообще сегодня есть возможность, и может быть, вам не надо ждать субботы, правильно? В пятницу вечером вы мне пишете, не все ли в силе, а Виктория пишет мне, говорит, Максим, как и договаривались, завтра в 12 я буду ждать вас в ЖК там, лесные дали. И утром, смотрите, маленькую хитрость, если у нас встреча на 12, Вика мне в 9 часов звонит или пишет, и говорит, Максим, я уже приехала в ЖК заранее, попью пока кофе, позавтраку и жду вас здесь. Потому что она создает для меня обязательства, по которым я не могу слиться. Она уже приехала, понимаете? Бывало же у вас так часто, что клиенты такие, здесь минут до показа, они такие, а мы, блин, на море. Нет, вы понимаете, вы вот таким образом докручиваете клиента. И уже, пожалуйста, встреч чуть-чуть подросло, уже 94, и уже 14 продаж, уже как-то поприятней. И последние два пунктика это киллер-офер и отработка возражений. Что такое киллер-офер? Киллер-офер. Фиг, откажешься, да, по-русски. То есть у вас в загашнике должно быть какое-то предложение. Когда вы сделали показ, уже на показе, и клиент сливается, говорит, надо подумать, посоветоваться, передумать, переспать, слобное место собрать со всеми там, жителями своего ула, переговорить и решить, что у вас должно быть какое-то железобетонное, почему он точно купит? Мы использовали, например, что у нас там есть сертификаты на подарок, там мебели, там хофы и чего-то. Некоторые застройщики говорят, если в день покупки, там 2000 скидка на квадрат. Ну то есть какое-то предложение, когда вы его затягиваете. А второе, вам нужно научиться отрабатывать возражения. Вот ваша задача, возражений много разных. Кстати, давайте я вам подарок еще сделаю. У меня есть прям отработки возражений для недвижки. Да? Странный еврей, который с подарками пришел, обычно наоборот. Я вам подарю подарочки. Ваша задача какая сделать? А, давайте. Выбрать 5 самых вот часто встречающихся возражений, которые у вас есть. Потому что ну, они плюс-минус одинаковые, но вот выберите 5. И посмотрите мой список, и на основании него составите 5 контраргументов. Потому что, если грамотно научиться отрабатывать возражения, то тогда сделку даже закрывать, ну, как бы, мне не нужно усилий делать для того, чтобы закрыть. Я просто клиенту говорю: ну что, какой у нас следующий шаг? Они говорят: ну вот, надо посоветоваться. Ты говоришь, слушайте, если. Или там. Обсудим, дорого, любой бы какой бы они ни сказали. Я, мой любимый способ, знаете какой? Я говорю, слушайте, если убрать вопрос стоимости, если убрать вопрос того, что нужно с супругой вам поговорить, если убрать вопрос там ТТТ, скажите, сам комплекс нравится, или там сама квартира, как считаете, готовы были бы прямо сейчас купить? И если клиент говорит, вот здесь да. То тогда даже возражения надо отрабатывать. Ну, точнее, там просто уже как бы нужно договориться. А вот точнее он говорит, ну знаете, что-то с комплексом как-то не очень, вот значит, что-то мы не туда попали. Поэтому давайте скину вам возражения, чтобы вы успели их отработать. Показываем, что да, прямо назад сейчас верну. То есть, вот смотрите: это прямо на примере агента. Было 40%, увеличили на 30-70%. Было 35% из предложения встречи, увеличили всего на 10%. И из встречи в продажу было 15% в конверсии, увеличили всего на 5%. Видите, какая колоссальная разница стала в комиссии? В три раза. В три раза. Поэтому очень важно корректно вести CRM-систему, видеть этапы, на которых вы работаете с клиентами, и грамотно их отрабатывать. Это уже дает супер, огромный, большой результат. Ну, на примере агента в три раза. Давайте тогда, если у нас времени Сколько осталось буквально две минутки, я вам дам еще пару таких важных вещей, прям супер важных. Вот скажите мне, как вы определяете степень готовности к покупке клиента? Есть у вас распределение там горячий, холодный, теплый? А как вы понимаете холодный он или нет? Денег нет, зовут Ахмед. Да смотрите, друзья, я просто в, вот с чем сталкиваюсь в агентствах. А, проблема в том, что мы продаем прям всем. Вот даже если он говорит, через год приедем, говорит, давайте все равно посмотрим, давайте подборку отправим. Это неправильно. Не надо продавать клиенту, который холодный и даже теплый. Нужно продавать только горячему. А для этого, да, информацию, ну, мне нужно с ним поддерживать отношения. А для этого у вас должен быть четкий, конкретный набор вопросов для квалификации клиента. Вот это пример вопросов, которые мы внедряем в компанию. Вы для себя или для инвестирования? В какой район вы определились уже? Какой комплекс? Какая квартира или какой дом, да? Я там не знаю, какой. Я, возможно, это для дома и делал. Да, для дома. Какие критерии? Какой бюджет? Какая форма оплаты и самый важный срок покупки? Как быстро, если мы найдем сейчас нужную роль, как быстро вы готовы переехать? Или если сейчас мы подберем нужное, вот вы когда готовы уже, или как быстро мы с вами выйдем на сделку? И вот для нас понимание, что с эти теплые, горячие и холодные, это когда горячий до месяца, теплый до трех, а холодный до шести месяцев. Либо готов к показу, либо к покупке. И нужно продавать, коллеги, только горячим. Всем остальным нужно просто выстраивать отношения, не надо им продавать. Потому что когда вы продаете, знаете, что они делают? перестают отвечать вам на звонки, игнорируют, блокируют. И, в общем, вот это вся трогательная история. Поэтому давайте, чтобы мы завершились, про систему касания я сказал. Кстати, у меня есть такая мощная система касаний. Вот это прям важно мне вам дать. Буквально еще заберу вас минуту. Очень мощная система касаний. Мы ее сейчас всю, конечно, или у нас есть еще 20 минут. Да нет, я шучу, конечно. Я, я вам эту систему касаний подарю. Только очень важно, если вы ее внедрите, вы обещаете внедрить. Это система дожима клиентов на всех этапах. Вот Сканируем QR-код, <laughs> отправим вам эту, Но только, пожалуйста, пользуйтесь. Потому что знаете, как обычно люди после, э, насобирают подарков такие. Да ладно, в следующей жизни сделаем. Подарок. И давайте последний, я тогда вот дам прям два слайда, мне очень важно их дать. Не могу не дать. Потому что вот как этот мужик, если вы не будете понимать, что вы делаете с недвижкой, то ну, ничего хорошего не выйдет. Видите, он не очень понимает. Просто два важных один лайфхак и два важных момента. Смотрите, самый действенный способ, который увеличивает продажу на 100%, знаете, какой? Продавать. Все, других никаких волшебных таблеток нет. Хотите больше зарабатывать, нужно больше продавать. Нет никакого секретного успеха. И второй важный момент, что смотрите, перестаньте быть как вот этот агент, который я их называю или в само. Знаете, когда я нужен всем, у меня нет конкурентов. Я вот сейчас только один пост выставлю, у меня сейчас как соберутся э, лиды на, э, там, не знаю, на квартиру. Нет, так это не работает. Вот смотрите, успешный продавец есть три пункта: мышление, технология, мотивация как я мыслю, какие у меня цели, мотивация, зачем, ради чего я это делаю, технология, это моя технология продаж. И чтобы я мог успешно продавать, есть шесть основ. База знаний, это моя экспертность. Техника продаж, это как я продаю. Настрой и энергия. Помните Фаину Раневскую, что она говорила про настрой? Она говорила, грустный попой, весело не пукнешь. Понимаете, в продажах, если вы грустны, вы никогда не сможете продавать. Без настроя люди не покупают, люди хотят покупать у энергичных людей. Целостность – это когда я верю в себя, в компанию, в продукт, который я продаю, что он действительно несет пользу людям, потому что если вы не верите хотя бы в один из этих пунктов, ничего не будет. Постоянное развитие отношений вот смотрите, отношения всегда будет определять результат. Потому что если вы будете думать, что мое отношение, что я навязываюсь и пытаюсь что-то продать, то, что людям не нужно, это не работает. А если я буду думать, что продажа это лучшее, что может случиться между мной и клиентом, потому что я решаю его проблему. Просто подумайте одну вещь: что покупка квартиры для клиента это самая дорогостоящая покупка и, возможно, единственная покупка в жизни. И у него дикий стресс, он не знает, кому отдать деньги. Вы решаете эту проблему. И вот если вы будете к этому подходить условно как хирург к операции, он же не делает такой, что-то сегодня я не в настрое, посмотрим, как пойдет операция на сердце, как карта ляжет. Так же не происходит? Он каждый раз четко подходит с правильным настроем. Потому что запомните, вот а есть по чесноку, кому стыдно продавать? Стыдно, как-то стремно и так далее. Ну по чесночку. Потому что смотрите, друзья, вот если вы не продаете не продаете, то вы допускаете на рынок недвижимости некомпетентных людей, которые этот рынок выжигают. И потом во нем работа становится еще сложнее. Потому что они идут вот к тем, знаете, вот то, что называют черные риэлторы. Поэтому, пожалуйста, друзья, это очень важный момент. Не будьте жертвами, перестаньте ныть. Все окей, все хорошо, у вас огромное количество ресурсов, чтобы продавать. Помните, что формула успеха, она не такая. У нас сломанная в голове. Мы думаем, что результат, это когда результата нет, но есть хорошая трогательная история о том, почему этого результата нет. Типа говоришь, где план продаж? Ты говоришь, ставки же повысили, рынок в Сочи перегрет, там и вот эти все истории. Нет, результат либо есть, либо нет. Понимаете, нельзя быть немножечко беременной. То есть ты должен работать либо на 100%, либо на 0%. Поэтому, друзья, вы спросите, вы спросите же меня, в чем подвох? А я скажу сейчас, что 350 недель осталось поработать, все уже это да. поняли. 3, 350 недель в чем подвох? Смотрите, и сейчас… Чтобы, чтобы получить результат, его нужно делать системно, друзья. Вот я всегда говорю: это как с зубами. Если вы зубы целый год не чистили, а потом 31 декабря взяли две щетки, две пасты и наяриваете с утра до вечера зубы чистыми, белыми, красивыми не будут. Каждый день утром и вечером с продажами Ладно. точно самое. Поэтому, какой бы выбор вы ни сделали: применять знания, не применять, менять подходы или не менять, главное, не будьте, как этот котик, который смотрел, как мышь ела его корм, но не сделал вообще ничего. Просьба, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь из того, что вы сегодня услышали. И еще, я обещал просто книгу, обязан да, передать, сканируйте, просто напишите в директ слово ⁇ Книга ⁇ в нельзяграмме, вам автоматом придет книга. Я ж... Надо подарить, почему да. нет? Это очень Спасибо, хорошая здорово. книга. И еще мы дадим. Вот здесь YouTube по продажам, обязательно, вы понимаете. И еще подарки есть, не могу не дать. Я очень, -а -а. очень, очень, как это, щедрый спикер. Щедрый. Это очень странно, евреи обычно наоборот, понимаете, они обычно говорят, где подарки, я, я раздаю. А, Сканируйте, вот здесь будет 15 лучших книг по переговорам, презентация моя, секретный подарок, знаете какой? Не скажу, узнаете, когда скачаете, да, и фишки продаж там будут. Качайте, с удовольствием делюсь, и последнее, что я на сегодня скажу, последнее, смотрите, самый мощный лайфхак. Вот кто хочет, чтобы у него эффективность и производительность труда на 60% выросла. Вот на 60%. Все, делюсь. Значит, смотрите, в 2019 году я в Москве выступал с Манеш Сети. Знаете этого мужика? не знаете, игру Angry Birds, знаете, он ее придумал. Вот он нанял женщину, которая каждый раз била его по лицу, когда он отвлекался на интернет. Его продуктивность выросла на 60%. Поэтому, если вы не знаете, как себя включить в работу, можно в офис нанять вот такого человека, будет вас лупасить, и все получится. Главное, помните, что это ваша жизнь, 350 недель, и что вот если вы будете относиться к этому и так сойдет, то такие результаты у вас и будут. Поэтому я вам желаю высоких продаж, Делайте так, чтобы рынок говорил, что агент – это лучшее, что с ним произошло в жизни. Спасибо. Браво, спасибо. Что, вернуть назад книгу? Спасибо, Максим. Я ухожу, я ухожу, не могу больше. Но QR-код оставлю, да? Это вам. Да, уважаемые коллеги, сейчас я приглашаю основателя Академии бизнес-навыков Краснодар, город Краснодар. Мастерство переговоров в холодных звонках. Пять моделей переговоров для увеличения конверсии продажи. Юсуп, Юсупов Артур, добрый день. Друзья, всем добрый день. Слушайте, ну мы по таймингу уже затянули, мы вас должны были отпустить еще примерно 40 минут назад, поэтому я переписал программу выступления, мы, я думаю, уложимся минут в 20, потому что раз уж вы пришли, 100% вам надо уйти с подарком, а мы, как все спикеры сегодня... Все спикеры приготовили подарки. То, что сегодня вы получите после нашего выступления, кардинально изменит вашу жизнь 100%, если вы даже агент по недвижимости, ну и тем более, если вы руководитель отдела или у вас есть свое агентство недвижимости. Итак, тема холодных звонков. Тема холодных звонков такая довольно избитая тема. И казалось бы, что тут еще можно сказать: садись, звони. Ежуш, понятно, что чем больше будешь звонить, тем больше будет конверсии, больше будет денег, всем нужны деньги, 350 недель, вот. Но э, в чем я абсолютно и полностью согласен с Максом, да, который только что выступал, это, это то, что есть три вида. Э, вот помните, такая картинка была с неким японцем, который там сидит, и там три вида, э, три уровня, чтобы получилось до результата. Собственно говоря, знание и вот только что мы от Макса получили большое количество таких теоретических знаний. Потом следующий уровень. Кто помнит, что там было? Навыки. Навыки. И третий уровень – это, собственно говоря, уже сам результат. Дело в том, что где-то в 2009 году судьба привела меня в агентство недвижимости. Это был, кто помнит, 8-9 года. Это был такой один из финансовых кризисов в России, когда ипотеку не выдавали вообще никому. Кто в это время в недвижке работал? Восьмой, девятый год есть Вот, oh, коллеги, привет, да. В это время я пришел в агентство недвижимости после того, как я управлял там филиалом Сагаза. До этого я работал в страховании в группе Альфа страхования. Я пришел в агентство недвижимости, обычное местечковое агентство. Я сам с Урала, город Магнитогорск, Челябинская область. Привет, Серег. Да. И я думал, ну супер, сейчас как заработай, заработай, как пойдет, пойдет. Да? И вот знаете, хотя, хотя у меня был огромный, огромный нереальный опыт уже там работы в продажах, у меня было в подчинении там 360 сотрудников страховой компании, я всех там собирал, обучал и так далее. Вот. Но когда ты понимаешь, что нужно, чтобы не только ты, но и твои сотрудники, даже твои коллеги, да, то есть что-то делали. И что у нас самое главное? То есть, я с Урала, да, и у нас в основном и тогда, и сейчас работала в основном вторичка. Я вырос на книге под названием по Гороховского Наш клиент-продавец квартиры. Кто читал эту книгу, поднимите руки. Наш клиент-продавец квартиры. Супер! Она уже даже не издается, представляете? И мы работали всегда в холодной, мы звонили и закрывали клиента навстречу. Да. После того, как я перебрался в Краснодар, Конечно, мы переориентировались на рынок первички, и тут уже все было совсем по-другому. Но еще раз повторюсь. Дело в том, что когда ты слышишь о том, что нужно делать холодные звонки, и когда ты начинаешь их делать, то есть получается вообще какая-то пропасть. Да? То есть вот сейчас, допустим, мы все заряжены и так далее. Придем, сядем за стол и поставим себе задачу. Вот перед нами да, желательно, да, то есть желательная задача делать 30-50 разговоров в день. Все вы знаете примерную конверсию. там Где-то 30 разговоров в день сделал, ты на вечер закроешь 4-5 встреч. 4-5 встреч, возможно, конвертируется в 1-2 эксклюзива, ну или там в 3-4 обычных договора. Но даже совершить вот эти вот 30 звонков, мы теряем огромное количество энергии. Просто какой-то нереальный, сумасшедший. То есть мы там, не знаю, кто-то потеет, кто-то идет кушать, кто-то пьет кофе, кто-то идет курить, и вообще не хочется ничего делать. И мы тут уже очень много говорили про энергию, да, и спикеры, которые перед нами выступали, да, и Наталья, все говорили, энергия, 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 энергия. Мы столкнулись вот в чем в своей практике, то есть когда я сам был агентом по недвижимости и потом управлял агентством по недвижимости, я столкнулся только с одной вещью. Дело в том, что... Даже если вы потренировали все скрипты, вот, допустим, в вашем агентстве недвижимости проводят игры по трени про тренировки скриптов. Сегодня мы здесь видели кучу скриптов, и они все грамотные, все правильно написано. Но когда мы, э как только мы попадаем в контекст, что нам нужно совершить звонок и что-то там сказать, Тело выделяет какое-то невероятное количество кортизола, норадреналина и всех вот этих вот остальных вещей, которые говорят, сделай что угодно, только не звони. Вот вообще все, что угодно. А, а еще, знаете, когда включается, бывает, утром просыпаешься, да, то есть тело, знаете, как утром просыпается, такой подгружается программа «Кто я?» Риэлтор, риэлтор, риэлтор. Что делать? Звонить, звонить, звонить. Да ну нафиг, не пойду я сегодня, даже с кровати не буду вставать. да. И вот что с этим делать? И как с этим бороться? У меня 29-летний опыт прямых продаж, ежедневных прямых продаж. Да, то есть сейчас у меня пару бизнесов, один из них это академия наша, где мы готовим профессиональных продавцов, переговорщиков. И у нас для, даже для, вот для, нашего, для нашей академии мы специально, специально создали действующий колл-центр, действующий колл-центр, где мы там продаем все, от щебня до услуг торологов, ну понятно, недвижимость и все такое. То есть специально создали для того, чтобы ставить эксперименты на живых людях, как снять страх вот этот холодных звонок, звонков и сделать из человека скромного, вот этого, знаете, наглеца, чтобы прям дайте мне холодную базу, дайте мне реанимацию. В каждом агентстве недвижимости, вот знаете, есть такой отдел в CRM, реанимация называется. Там те, с кем два раза пообщались, их вот удалили, да. И мы у себя в академии, да, то есть готовим тех людей, которые любят чистить реанимацию. Все знают, что в реанимации примерно 25% клиентов еще не купили. Но никто не хочет туда звонить. Так вот, в качестве экспериментов на живых людях мы выяснили такую штуку. То, что мы энергию очень глубоко копаем, да, то есть понятно, что у нас вот, кто в недвижке работает, да, то есть вы иногда знаете, особенно кто платит за маркетинг, что заявка, одна заявка иногда стоит 4 или 5 тысяч рублей. Вот упал номер телефона, вот Максим сейчас говорил, да, падает, звон, падает заявка, номер телефона, и там 5 минут на перезвоне, и ее стоимость иногда доходит до 5000 рублей. То есть я сам еще раз повторюсь, из Краснодара у нас там маркетинг дорогой, и в Санкт-Петербурге маркетинг дорогой, и в Москве везде маркетинг дорогой. Да? И вот еще раз нюанс, да, то есть мы понимаем, что если сейчас мы эту заявку отдадим человеку, который на кортизоле, на стрессе, на негативе, он нее не отработает. Даже он, знаете, фишка в чем? Он даже сдал супервайзеру, менеджеру своему, сдал руководителю агентства скрипт. Они отыграли ролевую игру. Но в момент звонка происходит резкое падение энергии. И мы все останавливаем, специально там, нанимаем психолога, сами изучаем психологию и задаем только один вопрос. Какого, извиняюсь за выражение, почему вообще это происходит? Что происходит? Ты же нормальный был только что. Что началось? Нормально же говорил, улыбался. Все громко, четко вот эти все, как это, голосом управлял. И вдруг. Речь у тебя становится, как шерсть изо рта кота. Видели, да, вот когда он подавился, вот такая... что происходит вообще? Оказывается, в психологии мы нашли такую штуку она сейчас модная, всеми уже известная. Дело в том, что когда мы начинаем общение с другим человеком, и особенно, если этот клиент, и особенно, если он сказал, что я там хочу квартиру там 10, 15, 20 миллионов, чем пафоснее, Макс, доставайся да со мной. Сейчас еще твои ништяки раздадим, которые не недораздал. Да? Давай, да, да, Так вот, смотрите, мы выяснили, короче, такая штука, что как только человек, риэлтор, сотрудник, а мы сейчас говорим, эти так вот, кто в недвижимости до года, поднимите руки, до года, так, примерно процентов 20. Кто до 3 лет? Так, еще 20%. Все остальные уже матерые, да, больше 5 лет, да? И вот смотрите, вот те, кто матеры, или те, кто, допустим, как я, пришел в сферу недвижимости из другой продающей организации. Ну, например, я страховки продавал, я был директором Сагаза, там руководил филиалами альфа-страхования. Нам еще как-то полегче, ну, потому что мы всю эту дичь с унижением проходили там. Привет, да. А, а вот новичкам, те, которые пришли в недвижку из бухгалтерии, например. Или там, не знаю, из бухгалтерии, да, пришла? Молодец, до пять прям. Так, за тобой особый присмотр. У нас есть кейсы, где мы бухгалтера из скромного превращали вообще, знаю, в акулу продаж такое. Она говорила, где мои лиды? Так вот, еще раз. Дело в том, что как только, особенно новички начинают общаться, у них клиент становится фигурой взрослого, значимого взрослого. И еще раз осознайте, риэлтор, он работает за комиссию. Ну, допустим, там, там 100-200 тысяч рублей. Но он сейчас в моменте осознает, что он берет ответственность за судьбу человека и его недвижимость. А это ведь, как правило, все, что есть у человека. Покупает он себе дом, там, пускай, 15-20 миллионов. Это, как правило, все сбережения человека. Там еще супруга подключается, еще там, ну, там, не знаю, там родители приводят на эти переговоры. И вот сидит девочка 25 лет, у нее у самой еще квартиры нет, а она осознает, а я так-то сейчас за них Ответственность несу, они же меня найдут потом, если что. И происходит резкий выброс кортизола, норадреналина, адреналина, и хочется сбежать. Почему? Потому что в детстве каждого из нас воспитывали, знаете, такой по специальной системе, ускоренной я называю, ускоренная система воспитания. Как ты смеешь так со мной разговаривать, сопля? Ну или там, да, э, ну-ка заткнись, ты как вообще со взрослым разговариваешь? Ну или там, ты сейчас, если шапку не наденешь, фиг ты на улицу пойдешь гулять. Ну и вот это вот все. А, знаете, мальчикам особенно, да, говорили так. Ну-ка быстро поделился игрушкой, ты что, жадина? И ты такой думаешь, ну я же не хочу эту шапку носить, есть я не хочу, это вот игрушкой делиться. Но ты понимаешь, ты сейчас лишишься любви значимого взрослого. И вот это вот, представь, 18 лет. Сейчас психологи меня поймут, что там подсознание формируется в основном там, в первые годы жизни, до 18 лет. И все, вот этот человек идет по жизни. И вроде бы друг с другом, вот я вот выхожу, да, и мы, допустим, сидим, такие классные, на жил конгрессе, общаемся, тра -та -та, все нормально. Но я им ничего не должен, да, просто пожал руку, да, опять, да, привет, все супер. Но как только я понимаю, что мне сейчас нести ответственность за жизнь этой семьи, но ну, у меня за плечами лично, вот за моими полторы тысячи сделок, полторы тысячи, ну, я прям понимаю, то есть у меня были там ситуации и с, маткапами разные неприятные, да, там и с молодыми семьями, ну и вообще, когда там вообще, то есть всплывали какие-то ситуации, какие-то дети прописанные при приватизации, вот эти, знаете, веселые годы, да, вдруг ребенок всплыл, и ты вдруг, ты просто потеешь, холодеешь и думаешь, ну все, кажется мне хана. А еще, знаете, клиент звонит и говорит, я тебя найду, тварь. Ну, то есть вот, ну, мне, мне звонили и говорили, да, то есть, и в этот момент все, ты тебя блокирует, перед тобой значимый взрослый, и ты превращаешься в того маленького мальчика или в ту маленькую девочку, которую сейчас заставляют надеть шапку. И мы начинаем лебезить. И все вот, это, вот все эти скрипты, вот еще раз, это теоретическая часть, без навыков, идут в одно место. И мы, знаете, как то в агентстве недвижимости, когда мы выпускали у себя риэлтора, да? Мы первую неделю только и делали, что играли, 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 играли. Мы вырабатывали навык. Даже знаете как, я подыгрывал, я был там дедушкой, пенсионером или бабушкой там какой-то. Да, заходи. И вот мы тренировали, как, как риэлтор раздевается, как проходит на кухню, осматривает, описывает там все это дело и так далее. Потом поняли, что все равно стесняются, все равно там из десяти, которые пошли на встречу, первую встречу на квартиру или там на первый показ, они не доезжают, не до показа, не до квартиры, то есть, ну, прям половина не доезжает, типа, да ну нафиг все, попутал, да? Мы начали создавать конфликтные ситуации. Мы брали человека выходили на улицу, особенно новичков, особенно которые боятся холодных звонков, и шли навстречу потоку людей, это было и в Краснодаре, и на Урале, и задавали один вопрос. Подходили, человек идет там, что-то читает или в телефоне, мы говорим, извините, извините, можно вопросик? Да, 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 что? Мы говорим, где поблизости можно купить живого крокодила? В этот момент, вот, ну, новичка со мной, да, его прям ключило, а, сейчас нам пороже надают еще что-нибудь. Но после 30 страх проходил, но всех не наводишься, хочется массово же это сделать. И мы открыли для себя такую штуку очень интересную. Мы поняли, что искусственное выведение в конфликт и выживание в конфликте формирует новый навык, то есть разрушение позиции значимого взрослого и осознание конфликтовать это кайф, конфликтовать это нормально, вообще отстаивать свои границы это хорошо и ключевое, клиент это не хрустальная ваза, с ним можно и пожестче, потому что так как манипулирует в недвижимости, не манипулирует нигде, верно? Кто меня понимает? Вот вы знали, что самая такая тяжелая работа на свете, это работа психотерапевта, у них самый высокий уровень самоубийств. У, них самый высок... у психотерапевтов самый высокий уровень самоубийств. Да. И второе. А мы же с вами, ну, риэлторы, мы же психологи. Они на нас сваливают все, что угодно. А мы даже никуда не выгружаем, нам негде сбрасывать и так далее. Поэтому и конфликтовать мы нормально не умеем. А ну-ка, скиньте мне еще 20 тысяч, тогда я куплю. И ты думаешь, ты вообще нормальный, ты адекватный? Ну, ты рынок видел, я же тебе отчет показывал, ну, как бы никому до этого дела нет. И мы начали проводить, вот особенно на нашем колл-центре, на наших сотрудниках, специальные поединки, конфликтные пере... поединки по переговорам. Мы начали учить их конфликтовать. Мы начали из них готовить переговорщиков, которые не боятся отстаивать свои точки зрения. Банальные ситуации. Раздел имущества, раздел долей в бизнесе, споры с арендодателем. Ну, то есть вот и все вот типовые вот эти переговорные техники. Там можно тарасовские техники, можно свои какие-то придумывать. И мы заметили, у нас, представляете, в колл-центре работают там ребята 20 лет, 16 лет, да, то есть, ну, то есть там 23 года, но они стали наглыми. Наши бухгалтеры становятся наглыми. Они говорят, а почему? Кажется, кажется, связь прервалась. Нет, я сбросил трубку. А почему вы сбросили трубку? Когда мы работаем с агентствами недвижимости, у нас один запрос нашей академии. Они говорят, сделайте тайного покупателя и посмотрите, дожимают мои или не дожимают. И мы можем от любого прослушать, дать обратную связь. Дожимаете вы или не дожимаете? Там ведь нужно всего лишь что? Нужно всего лишь там, 2, 3, 4, 5 касаний, сейчас как Макс показывал, да, теплота клиента растет, и мы его перехватываем. Но люди стесняются. Почему? Да там, блин, значимый взрослый. Значимый взрослый. И когда мы делаем 3, 5, 7 поединков конфликтных, где человек понимает, что после того, как я поконфликтовал, мой оппонент не умер, я не умер, я добился результатов, он доволен, все нормально. Пацаны знают, да, после драки дружишь сильнее, да? То есть, и думаешь, класс. И представляете, человеку всего 20 лет, 20 лет, а он не стесняется перезванивать 7, 8, 10 раз и говорить, а может быть сегодня мы посмотрим вашу квартиру? И он соглашается, говорит, слушайте, вы самый наглый риэлтор на районе, давайте, приходите. И вот тогда, в 2009 году, когда у меня случился такой перелидос, ну то есть я собрал столько клиентов, что я уже не мог с ними работать, мне руководитель говорит, Артур, слушай, давай формируй отдел, давай составляй отдел. Так, мне сказали, что у меня минуты две, но я возьму пять, и мы закончим. Да, да, хорошо. Итак, смотрите, что мы сделали. Мы, сейчас мысль потерял. А, в 2009 году, да, когда передо мной встала задача, ну, то есть самому натренироваться и, то есть, сформировать других, я сделал такую вещь. Я понял, что нашему агентству, и мне в частности, не хватает штатного э, тренера по коммуникации. Вот смотрите, друзья, сейчас вы все риэлторы. Поднимите руки, у кого в агентствах есть ежедневный постоянный тренер, ежедневный, который с вами работает. Два человека, прикиньте. Всего два человека. И мы поняли, что выступление тренеров, вот как я выступаю, Макс выступает там, да, то есть там, там, э, тут Левченко, Левченко Максим сидел в зале, там, Максим Батрев оно имеет краткосрочный вообще эффект, краткосрочный, месячный от силы, там всплеск и все, мы сами на Юкубу ходим и так далее. И, ну что мы, когда мы внедряем у себя в коллективе, берем человека, который работает на должности менеджера, там секретаря или еще что-то, да, то есть если у него есть задатки, там хотя бы чуть-чуть HR, -а, мы его обучаем проведению там двух-трехчасового тренинга по коммуникациям, он ежедневно работает за 20 тысяч рублей, и этот эффект постоянный и нарастающий. Постоянный нарастающий. Поэтому с чем мы сегодня пришли, с каким подарком для вас? Мы выступали на Ураль, в Уральской палате недвижимости в феврале на инаугурации президента. Мы выступали там Олейников Сирии Петрович, мы с ним очень хорошие друзья, потому что с одного города, да. И мы подготовили тогда и записали тренинг, тренинг, часовой тренинг по коммуникации. Вот любой из вас его посмотрит. Сейчас я попрошу Юрия включить, любой из вас его посмотрит, и с нашей методичкой его проведет для своего коллектива. И здесь самое классное, знаете что? Больше всего научится тот, кто его проведет. У меня сейчас нет времени, я хотел сейчас повызывать сюда на сцену двух-трех человек, показать как это. Но еще раз, сейчас я включу э, самый последний слайд. Да, то есть модели переговоров. Сфотографировать эту страницу и самое главное, смотрите, вот Telegram, э, Telegram, вот этот QR-код, вы туда переходите и там прям баннер у вас ждет, да? На следующей неделе, на следующей неделе, э, по-моему, в пятницу. 25-го, короче, да, в 3 часа мы проводим тренинг по переговорам в Zoom. Вообще не важно, с какого вы города, вообще не важно, кто придет. Мы научим, вам, научим вам, вас там торговаться, торговаться в аптеке и получать скидку даже в аптеке. Поставим вам техники именно, как готовиться к переговорам, как снять вот эту, убрать дичь из головы, что передо мной значимый взрослый, что мне можно... Мне, мы уже проведели это с риэлторами, очень хорошо работает, поэтому приходите. Но ключевое, те из вас, кто понимает, что я устал прогибаться, я устал там в переговорах вести себя как, ну не знаю, как серая мышка. Я хочу заявлять о своих интересах и при этом, то есть не портить отношения, то есть как договариваться и сохранять отношения. Вот э, то, что сейчас покажу для вас, Юрий, пожалуйста, включите вот этот ролик, который я скидывал на одну минуту. Добрый день, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами пройдем небольшой курс о том, как готовить штатно специально по идее, есть видео, оно просто не включилось, видимо, да. По выявлению потребностей, по спонтанной аргументации для ваших компаний. Первая часть нашего обучающего ролика, нашего обучающего тренинга будет о том, как развить навык спонтанной аргументации, спонтанной речи, как легко импровизировать, как легко обрабатывать любые возражения, как легко устанавливать контакт. можно выключать. Спасибо. Части нашего занятия. Да, то есть там на заднем фоне, то есть там я с вами говорю, и это прям часовой тренинг, даже не тренинг, это э, подготовка, если вот вы, как вас зовут, Лиля, вот Лиля, например, говорит, хочу провести для своих друзей, коллег тренинг по мастерству переговоров. И смотрим вот это видео или прям при них его включаем и проводим, вы там и посмеетесь, и прям серьезные модели у вас там будет переговоров, да, и вы как э, тренер, да, то есть и как переговорщик растете, и ребята говорят «классно, давай еще». И мы можем, еще раз повторюсь, мы можем подготовить штатного тренера для ваших компаний, это может быть любой из вас, и вы сможете стать вот именно тем самым человеком, который внутри компании экономит огромный бюджет, чтобы агентство недвижимости вывести на тренинг, хотя бы там, не знаю, хотя бы к Батыреву, нужно минимум там 100-200 тысяч рублей, да. А тут еще раз повторюсь, там человек за 20 тысяч в радости ежедневно проводит тренировки с вашими же сотрудниками. Я был таким человеком, я не был тогда ни руководителем агентства, ни ропом, я был риэлтором. И я такой, я понимаю, мне самому нужно практиковаться. Да? И, и я начал вести, подходит собственник и говорит, слушай, давай этот, поговорим, станешь руководителем. Ну а потом типа давай станешь совладельцем. Да? Ну потому что что, у меня буквально за два месяца выросла команда риэлторов, которые не боятся разговаривать. Хотя еще раз, я из города Магнитогорска-Челябинской области. Там 90% населения работают на комбинате, делают сталь для танков. Там вообще люди не любят говорить, они бьют. Понимаете? И у меня получались говорящие сотрудники, говорящие из сотрудников ММК. То есть, ну чудо произошло, и это всего лишь навык просто вести, поддерживать а, вот эту работу ежедневную. Поэтому, друзья, а, вот это сфотографируйте, сюда переходите. А, кто заинтересован, кому этот ролик нужен, прям напишите в комментариях. А? Ролик? Да. Давайте еще раз попробуем. Прямо сейчас мы с вами пройдем небольшой курс о том, как готовить штатно специалистов по коммуникации, по переговорам, штатных. по по выявлению Они чтобы у вас работали, не куда-то ехать, они у вас будут для работать. Для ваших компаний. А, первая часть нашего обучающего ролика, нашего обучающего тренинга будет о том, как развить навык спонтанной аргументации. Спонтанной для речи, того, чтобы обрабатывать чтобы любые возражения. Как легко обрабатывать любые возражения, как легко устанавливать контакты – То есть вот в первой части нашего занятия, да, нашего мини-тренинга, мы с вами будем учиться легко коммуницировать, вариативно, с импровизацией и так далее. А во второй части нашего обучающего ролика мы с вами уже научимся выявлять потребности, то есть как правильно подготовиться к эффектной презентации, как правильно выявлять потребности. И мы с вами разберем такую тему, как правильно торговаться. Как Потому полюбить, что риэлтор оценит, когда он умеет торговаться за клиента. Это да. два упражнения на именно формирование навыка торговаться за квартиру, за услугу, за продукт и так далее. Вот что мы сейчас с вами будем делать. Итак, приступим. Добрый день, дорогие друзья. Все, можно включать, да. То есть вот эта тема, то есть кто из вас перейдет по ссылке, ну, то есть зайдет, скажет, мне интересно, мы вам пришлем этот ролик, то есть еще раз, и вы сможете вырабатывать навык, вот как мои коллеги, да, как мы с голосом работали, как мы со скриптами работали, с энергией работали. Поэтому, друзья, спасибо, что дождались, спасибо, что досидели до конца. Сейчас всем желаю приятного аппетита, вообще все голодные, как волки, да, всем приятного аппетита, классного отдыха в Сочи и до встречи в Зуме, друзья, да. Спасибо. Так, уважаемый, передаю слово, да. Так, да. Спасибо огромное. Сегодня у нас были замечательные спикеры. Спасибо, уважаемые коллеги, кто выступал. Спасибо, дорогие слушатели. Было полезно, ценно и замечательная аудитория. А теперь мы закончили данную секцию и переходим к следующему нашему интересному выступлению.